Labas vakaras visiems. Šiandien turim svečią. Ačiū Dievui. Šlovinsim Viešpatį. Viešpas mums siunčia svečių, draugų. Ačiū Dievui. Ir dabar noriu visus paraginti atsistoti, šlovinsim Viešpatį. Jūs pasiruošę šlovinti. Mes turėjom nuostabią maldą. Turėjom nuostabų laiką, nuostabią maldą. Ir dabar mes šlovinsim Viešpatį. Šiandien Viešpas mums yra paruošęs kažką ypatingo. Dėkojame Tau, Viešpatė, šloviname Tave, garbiname Tave, lenkiamės prieš Tave. Mylime Tave, Jėzau, mylime Tave, Jėzau, mylime Tave, Jėzau. Trokštame pagirti Tave, trokštame pagarbinti Tave, trokštame išaukštinti Tave. Mylime Tave, mylime Tave, trokštame išaukštinti Tave. Trokštame pagarbinti Tave, trokštame girti ir aukštinti ir garbinti Tave. Tau šlovė, Jėzau, Tau šlovė, Jėzau, Tau garbė, Tau gyrius, Tau šlovė, Tau gyrius, Tau garbė. Ir garbė, garbė Tau, Jėzau, turi aš pats mūsų.
kyla šlovėta. Достоин принять всю славу, достоин принять честь и хвалу, великий Бог. Сердце чистое сотвори во мне и своею живою водой сердце мое омой. Сердце чистое и смирное сотвори во мне и своею живою водой сердце мое омой. Сердце чистое, сотвори во мне, и своею живой водой сердце мое омой. Сердце чистое, сотвори во мне, и своею живой водой сердце мое омой. Реки воды живой, реки воды живой, реки воды живой, это Дух Святой. Реки воды живой, живой, реки воды живой, реки воды живой, это Дух Святой. Реки воды живой, живой воды, реки воды живой, реки воды живой, это Дух Святой. Слава тебе, реки воды живой, пускай текут, реки воды живой, реки воды живой, это Дух Святой. Ти расширди, ти расширди, сукурк мани, ти ванденю, сіяло мано ну плав, ти расширди, о Єзо, сукурк мани, сукурк, ти ванденю, сіяло мано ну плав. Ти розширди, сукурк мани, ти руванденю, сіяло мано ну плав, ти розширди. Обвалив нос, сукурк мани, туда вже мусу ширди, ти руванденю, сіяло мано ну плав. Песгивою вальда, у песгивою вальда, у песгивою вальда, ты шантой дваса, у песгивою вальда, у песгивою вальда, у песгивою вальда, ты шантой дваса. Наполни нас, Дух Святой, силою Своей. О, наполни Дух Святой. Наши сердца поменяй, Господь. Ты один можешь это сделать, Иисус. О, мы поклоняемся Тебе. О, мы славим имя Твое, Иисус. Аллилуйя, аллилуйя.
Когда я приду к тебе, такой, как есть, слава тебе, Иисус. Ты ждешь, когда я приду к тебе, такой, как есть. Поклоняемся тебе. Когда я приду к тебе, такой, как есть, славим имя Твое, Иисус. Ты ждешь, когда я приду к тебе, такой, как есть. Печаль твоей любви в сердце моё навеки навсегда. Как велика твоя любовь, ревность, как летящая стрела. Не в силах угасить твою любовь. Ты ждешь, когда я приду к тебе, такой, как есть. Поклоняемся тебе, Иисус. Ты ждешь, когда я приду. Такой, как есть. Славим, славим тебя, славим. Ты ждешь, когда я приду к тебе. Ты достоин, ты достоин, Иисус. Ты ждешь нас. Аллилуйя. Ты ждешь, когда я приду к тебе. Господь, сожги мой грех, омой меня, приди огнем своим, Господь, и будем вместе ты и я, приди огнем своим, Господь. Сожги мой грех, омой меня, приди огнем своим, Господь, и будем вместе ты и я. Сожги наш грех.
Больше не хочу говорить я, и в ночной тишине лишь смотреть на тебя хочу, только петь тебе. Больше не хочу говорить я, и в ночной тишине лишь смотреть на тебя хочу, только петь тебе. Больше не хочу говорить я, и в ночной тишине лишь смотреть на тебя хочу, только петь тебе. Аллилуйя!
Dieve, mes šlovinam Tave, šitą vietą. Mes trokštame garbinti ir girti ir šlovinti Tave. Mes trokštame lenktis prieš Tave, girti ir garbinti Tavo vardą. Kino masano malaroma dzindžingri, vertas priimti šlovę ir gyrių. Vertas priimti šlovę ir garbę, vertas priimti šlovę ir padėka iš mūsų širdžių. Tu vertas priimti šlovę ir gyrių. Tu vertas priimti šlovę ir garbę. Tu vertas priimti šlovę ir padėka iš mūsų širdžių. Tu vertas priimti šlovę. Tu vertas priimti šlovę ir gyrių. Tu vertas priimti šlovę ir padėką iš mūsų širdžių. Tu vertas viso šlovę. Vertas visos garbės. Bažnyčia garbina Tave. Bažnyčia šlovina ir gyria Tavo vardą. Bažnyčia garbina Tave tiesoje ir dvasio lenkiasi Tau. Tu vertas priimti visą šlovę. Tu vertas priimti visą gyrių. Vertas priimti šlovę. Vertas priimti gyrių, vertas priimti garbę ir padėką iš mūsų širdžių. Vienintelis tikras Dievas danguje ir žemėje ir po žemę. Tau priklauso visa šlovė, valdžia, garbė ir padėka. Vienintelis tikras Dievas danguje ir žemėje, o ir po žemė. Gyrių priimk iš mūsų širdžių. Šlovę priimk iš mūsų širdžių. Mes norim gėdoti ir girti ir šlovinti Tave, mūsų viešpatie. Būk pagarbintas, būk išaukštintas ir pagirtas ir pašlovintas. O Jėzus, o Jėzau, šlovė Tau. Mes trokštam būti tikri garbintojai ir šlovintojai. Mes trokštam atiduoti Tau tikrą gyrių, garbę ir šlovę iš mūsų širdžių. Nes Tu vertas, kad mes kaip Dovydas šoktumėm prieš Tave, garbintumėm Tave, girtumėm Tave ir aukštintumėm Tave. Nes Tu vienintelis tikras Dievas, Tu nugalėtojas, Tu įrodėj meilę žmonijai, Tu įrodėj meilę mums. Ačiū Tau, Jėzau, ačiū Tau, Dieve, Tėve, kad Tu taip pamilai pasaulį, kad atidavei viengimį sūnų, Jėzų Kristų, Tu atidavei. Ir mes taip dėkingi Tau. Ir mes nuolatos šlovinsime mūsų viešpatį. Ir mes nuolatos garbinsime ir girsime mūsų viešpatį. Haleluja, kirama satarama šederama skanamala ramaseja. O galamele ramasingu inga, vertas jisai priimti visą šlovę. Vertas jisai priimti visą gyrių. Vertas jisai priimti padėką gyrių ir garbę iš mūsų širdžių. Vertas tu viso šlovės.
es, vertas tu esi viso, o bažnyčia šlovink Dievą, ei, 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 vertas tu esi viso, šlovė, atiduok šlovę Dievui, vertas tu esi viso, šlovė, o Jėzau vertas. Vertas tu esi, o vertas esi priimti šlovę ir gyrių. Vertas, o vienintelis tu, vertas viso šlovės. Vertas tu esi vertas visą šlovę priimti. Vertas tu esi viso šlovė, visą šlovę priklauso tau. Vertas tu, o Jėzus, o Jėzus, 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 tau šlovė ir garbė, tau viena viešpatie, o viešpatie, tau šlovė gėdam, tau šlovė. Славу и честь, только ты достоин славы всей, всей, всей. Только ты достоин славы всей. Вся слава тебе, вся слава тебе, вся слава тебе, мой Господь. Слава тебе, вся слава тебе, мой Господь. Вся слава тебе, вся слава тебе, мой Господь. Слава, слава, вся слава, Он достоин. Подними руки и слава Бога. Вся слава тебе, мой Господь, ты мой Господь, я славлю тебя. Вся слава тебе, вся слава тебе, вся слава тебе, мой Господь. Аллилуйя, слава, слава, слава тебе, Царь царей, Бог богов, Господь господствующих. Мы славим Твое имя на этом месте, мы поклоняемся Тебе, мы превозносим Твое имя, Иисус, Твое имя превыше всех имен. Ты достоин. Аллилуйя, аллилуйя. Kaip gera vidury savaitės šlovinti viešpatį, susirinkti. Niekada nebūk abejingas šlovinimui. Šlovink visą širdim, visą sielą. Sakyk, tau visą šlovę atiduok. Neleisk, kad tu būtum abejingas Dievui. Neleisk jokiai depresijai, jokiai apatijai, jokiai tamsai, jokiom neteisingom mintim įsivaizdavim apie pašlovinimą. Jeigu bažnyčia šlovins Dievą, jinai bus Dievo šlovėjai. Tu nori vaikščioti Dievo šlovėjai. Pasakykit, kas norit matyti šlovę. Pakelkit.
От Дьявол жодиса, кокас мене пошло вінс, аж та пошло вінсю. Пошло вінкі. Сако мес пір'єт нашаўяме лупу вийсю. Ти ра аука. Нес кунас, іси не нори шло вінті. Бе таво двася, і не йшло віне вєшпаті. Амін. Ір дабар аж норю, кат юз дар вєна скіта поприветствуйте по-литовски, по-русски. Аллилуйя, слава Богу. Поприветствуйте друг друга. Скажите, кейп герей, като отеей тречадени шловинте дева. Кейп герей, като тречадени отеей шловинте дева. Аллилуйя, аллилуйя. Саки кашнори висадах тречадени шловин дева. Субажнича. Аллилуйя. Мартина, похвалайте. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Хвала Иисусу! И дабар аш норю поквести мусу свяча. Прошу, Эдита! Прошу, Эдита верс. И дабар аш норю поквести мусу свяча. Я хочу пригласить нашего гостя, пастора из нового поколения, из Латвии, пастора Светлану. Мы вчера были на служении у Фреда создали чудесное служение. Мы познакомились, и мы теперь рады, что вы пришли к нам. Пожалуйста. Жюгин отпеет после свяча. Спасибо. Я приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Привет вам из Латвии. Линкеймы из Латвии. Из небольшого города Цесиса. Это небольшой город, там 25 тысяч человек примерно. Там маждок 25 тысяч жмоню гивена. Где-то 807 лет этому городу. Очень старый город. А что не чем ты септинери мяты? Сама я живу в Риге. Я ж поти гивену Ригое. И веду церковь в Цесисе. Ir vadovauju bažnyčiai Cėsio. Также веду общественную организацию. Taip pat ir visuomeninė organizacija. Мы кормим людей, помогаем людям. Mes maitinam ir padedam žmonėms. Евангелизируем людей таким образом. И taip pat evangelizuojam žmonės. Ну и пути Господни неисповедимы. Ir viešpaties keliai jie tokie. И поэтому я сегодня здесь. Neišmatuojami ir todėl šiandien aš čia. Пастор Ольга, благодарю вас за приглашение. Дякую, пастор Ольга, уж поквитима. Пусть Бог благословит ваше служение. Ты веш под славами. Растите еще больше, прекрасное прославление. Ауките, толю. Аллилуйя, спасибо Господу. Шлаве, рачу, веш почи. И моя проповедь сегодня называется «Моно помогло, что я посвятена расставляя приоритеты». Тесинга и сустатант приоритетус. Мы немножко поговорим о том, как правильно расставлять приоритеты. Как тесинга и сустатите приоритетус суделяте. Эта тема важна и в обществе. Что тема свербир висуомене. И в церкви. Ir bažnyčioje. И мы должны понять некоторые вещи. Ir mes turime suprasti kai kuriuos dalykus. Которые нам просто необходимы в хождении с Господом. Kurie mums tiesiog būtini. Необходимы в служении церкви. Vaikštant su viešpačiu ir taip pat tarnavime bažnyčios. Для того, чтобы нам быть благословенными. Там, kad būtumėm palaiminti. Для того, чтобы нам иметь ответы на наши молитвы. Там, kad turėtumėm atsakymus į mūsų maldas. Чтобы все и на всех путях у нас получалось. Kad mum visose keliuose sektusi. Мы часто протормаживаем только потому. Mes dažnai теряем многие годы. Sustojam ir daug metų tiesiog išvaistom. Не можем никак пробиться. Negalim prasimušti. В каких-то вещах. Kažkuriuose dalykuose. Только потому. Tik todėl. Что мы не умеем расставлять приоритеты. Kad mes nemokam savo gyvenime sustatyti prioritetų. Приоритеты в служении. Prioritetų tarnavime. В семье. Šeimoje. В Господе. Viešpatie. Amen. Amen. И давайте начнем с того, что посмотрим. Pradėkim nuo to. Имеет ли для Бога значение? Ir pasižiūrėkim. В каких помещениях мы ему служим? Ar viešpačiui svarbu, как вы считаете? Kokiose patalpose mes tarnaujam viešpačiui?
Kaip jūs manote? Обязательно имеет. Ar viešpačiui svarbu? Tai. Не только Taip. Имеет значение помещение. Не только turi reikšmę patalpas. Но даже одежда служителя имеет значение. Bet taip pat ir tarnautojo даже имеет значение одежда обычных прихожан. Хотя я вам скажу, что в новозаветной церкви. Net ir paprastų bažnyčios lankytojų taip pat paprastiems svarbu drabužiai. Nors такое определение, как прихожане. Nors lankytojai неуместно. Мусу лайку бажнічою не нетинкамас жодис. Потому что в теле Христа. Нес Христос куня. Все должны быть служителями. Visi turi būti tarnautojai. Любого уровня. Bet kokio lygio. Но мы все должны быть служителями. Bet mes visi turim būti tarnautojai. Не бывает ухажан прихожан. Nebūna lankytojų. Бывает разный уровень служения. Būna tam tikras tarnavimo lygis. Давайте откроем книгу Исход. Отверстием Ишеима книга. 25 главу. 25 скирю. Исход 25. Ишеима 25. И почитаем с 1 по 8 стих. На 1-й 8-й eilutės. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». Ir viešpats kalbėjo Mozei, sakydamas, kalbėk Izraelio vaikams, kad jie atneštų man auką iš kiekvieno, kuris duoda noriai iš širdies, imkite mano auką. Бог очень конкретно говорит Моисею. Viešpats labai konkrečiai kalba Mozei. Он говорит. Jis sako. Не Моисею приносите. Не Мозей отнешките. Даже не в дом Божий приносите. Netgi ne į Dievo namus atneškite. Приносите мне. Отнешките man. Скажет, Бог, зачем тебе наше приношение? Dieve, kam tau mūsų auka? У тебя там на небесах, ну как бы полное изобилие, полный достаток. Tengi danguje, что тебе еще надо здесь на земле? Ko tau čia dar reikia čia iš žemės? Бог хочет, Dievas nori, чтобы мы показали свое отношение. Parodytum savo santyki į вот savo приношение, požiūrį. Которое вы должны принимать от них. Золото и серебро, и медь, и шерсть голубую, пурпуровую, червленную, и весон, и козью шерсть, кожа барани, красная, и кожа синяя, и дерева сетим, елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения, камень оникс и камни вставные для эфода и для наперстника, и устрою там не мне святилище, и буду обитать посреди них. O tai yra auka, kurią imsite iš jų. Auksas, sidabras, varis, mėlyna, purpurinė, skaiščiai raudona, plona drobė, ožkų šeriai, raudonai dažytos avinų odos, barsukų odos, šitimo medžiai, aliejus apšvietimui, kvapai tepamam aliejui ir kvapiems smilkalams, onikso akmenys ir akmenys įstatymui į efodą ir į krūtinę skydelį. Ir jie te padaro man šventovę, kad gyvenčiau tarp jų. Bohočit. Обитать среди нас. Dievas nori gyventi tarp mūsų. Но он не хочет обитать в сарае. Bet jis nenori в курятнике. Gyventi vištidėj, daržinėj. В грязном помещении. Нешваруose patalpose. В плохом помещении. Blogose patalpose. Он хочет, чтобы это помещение было достойным его присутствия. Jis nori, kad ta patalpa, tos patalpos būtų vertos jo buvimui. Он очень чётко говорит. Ir jis aiškiai sako. Народу. Тауты. Говорит Моисею, скажи народу моему. Мозей pasakė, pasakyk mano tautai. Если они имеют это усердие. Jeigu jie turi tą norą. Пусть принесут мне. Tegul atneša man. Бог не сказал. Dievas nepasakė. Знаешь, Моисей. Žinai, Мозе. Мне как бы от вас ничего не надо. Man iš jūsų nieko nereikia. Я такой великий. Aš toks didis. Что мне абсолютно все равно, где обитать. Kad man visai nesvarbu, kur man gyventi. Когда Бог призвал Моисея на гору, kai Dievas pakvietė Mozę ant kalno, то главной темой их беседы с Моисеем tai pagrindinė jų pokalbio tema была тема строительства скинии. Buvo скинijos statymo tema. Как эта скиния должна выглядеть? Kaip turi atrodyti šita скиния? Из каких материалов она должна быть сделана? Iš kokių medžiagų turi padaryta būti?
Все, что в ней. Viskas, kas joje. Вплоть до сосудов. Iki indų. Бог все обговорил с Моисеем. Dievas viską aptarė su Moze. И даже визуально показал ему эти картины. Ir netgi vizualiai parodė tuos paveikslus. Это не был храм. Tai nebuvo šventykla, который бы стоял на одном месте. Kuri būtų stovėjusi vienoje vietoje. Это был переносной храм. Tai buvo nešiojama šventykla. И поэтому тем более ir todėl, tuo labiau, было множество неудобств, buvo daug nepatogumų, связанных с его переносом, kurie lietė tą pernešimą, складыванием, sandėliavimą, sudėjimą, и раскладыванием. Ir vėl išdėlioti viską reikėdavo. Это служение Господу tai tarnavimas занимало viešpačiui. Много времени, ir šitas daug много laiko, сил, daug jėgų užėmė. А также в этом процессе было задействовано огромное количество людей. O taip pat ir daugybė žmonių все колено Левина visas Levio было задействовано visa. В этом служении. Buvo priklausė tam tarnavimui. Каждая работа darbas, по складыванию и раскладыванию скини pagal tai, kaip sudėlioti была viską, четко разделена buvo aiškiai, между определенными семьями. Aiškiai apibrėžtas ir tam tikrom šeimom buvo paskirstyta viskas. Кроме того, to, эта скиния, которую они сделали, та скиния, kurią jie padarė, она была огромного веса. Jinai labai sunki buvo. Огромного веса. Labai sunki. И если, скажем, народ Израилев имел какой-то двухдневный переход или трехдневный переход в пустыне, три дня скелявти. И когда останавливался столб облачный, то объявлялся привал. Тогда все должны были отдыхать. Jie turėdavo sustoti ir и ilsėtis. Первое, что начиналось, ir visų pirma, kas, это строительство скинии. Kas prasidėdavo ten, tai statyba, šventyklos, скиния statyba. Представьте. Įsivaizduokit. Вечером. Vakaras. При заходе солнца. Saulė leidžiasi. Остановка. Sustojimas. Должны успеть поставить скинию. Ir jie turi suspėti pastatyti скинию. А утром Бог говорит, подъем, ребята. O ryte Dievas sako, двигаемся дальше. Keliam, kylam, judam toliau. И опять должна быть скиния сложена. Ir vėl turi būti скиния sudėliota. И пошли дальше. Ir einam toliau. Это вам не храм, который стоит 800 лет на одном месте. Tai, у меня и уже у него трещины. Kurie 800 metų jau stovi, ir jau ten viskas это dyra. Надо было носить на своих руках. Ta, скиния на своих savo плечах. Pečių nešti. Это определенный труд. Ir tai ypatingas toks darbas. Но это darbas, и определенное sunkus. Уважение к своему Богу. Bet tai taip pat ir pagarba savo Dievui, ypatinga много pagarba. Много лет спустя. По daugelio metų. Когда народ Израиля. Kai Izraelio tauta. Поселился в земле обетованной. Apsigyveno pažado žemėje. Царь Давид. Dovydas. Принял Kralius, решение. Jis nusprendė. Построить здание для Господа. Kad reikia pastatyti. Кто помнит об этом помещении? Pastatą, šventyklą viešpačiui, kas atsimena. Аллилуйя. И давайте откроем первую книгу Паралипоменон. Atsiverskim pirmą pakartoto įstatymą. Atsiprašau, Kroniką. Kroniką. Первая книга Паралипоменон, 29 глава. 29 скирюс. Это последняя глава. Paskutinis скирюс. И почитаем с первого стиха. Но первой эйлутес. И сказал царь Давид всему собранию, Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен. А дело сие великое, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога. Toliau karalius Dovydas tarė visam susirinkimui. Mano sūnus Saliamonas, kurį vieną Dievas išsirinko, yra dar jaunas ir gležnas, o darbas yra didelis, nes rūmai ne žmogui, bet viešpačiui Dievui. У царя Давида была задумка. Ir karalius Dovydas jisai sumastė, sugalvojo. Он задумал построить дом. Господу. Sugalvojo pastatyti viešpačiui namus. Вы помните, как он вынес ковчег завета? Atsimenat, kaip jisai parsinešė? Вы помните, какая была с этим связана история? Kokia istorija buvo, kai jis parsinešė? И пока он воевал. Padangtę. Ir kai jis kariavo. Потому что хотя он и царь, но он был воитель. Nors jisai buvo karalius, bet taip pat ir karys buvo. Ему некогда было об этом заботиться. Kai jis kariavo, jam nebuvo laiko rūpintis tuo. Но уже в конце своих дней. Bet pabaigoj savo dienų. Он решил, что он построит своему Господу дом. Jis nusprendė, kad pastatys savo viešpačiui namus. Но Бог ему сказал. Bet Dievas jam pasakė. Через пророка Бог ему сказал. Per pranašą pasakė. Не можешь ты мне построить дом. Tu negali man pastatyti namų. На твоих руках очень много крови. Ant tavo rankų daug kraujo. Ты много воевал. Tu daug kariavai.
сын твой, tavo sūnus, который встанет после тебя на престол, kuris pakils į sostą po tavęs, jis pastatys man namus. Бог не спешит. Dievas neskuba. Мы часто спешим. Mes dažnai skubam. Но Бог не спешит. Bet Dievas neskuba. Он дал ему время. Jis davė jam laiko. И вот Соломон собрал собрание. И штей Соломона сурин. И вот сурин. Бог уже избрал сына. И штей Девас его сурин. Соломона. Давиду сыну Соломона. И поставил его царем. И покеле его как королю. Второй стих почитаем. Андрей Лути. Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей, и серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных, и дерева для деревянных, камни оникса и камни вставные, камни красивые и разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора. Dabar aš paruošiau visą savo galybę savo Dievo namams aukso, iš aukso daromiems daiktams, sidabro, sidabriniams daiktams, vario, variniams daiktams, geležies, geležiniams daiktams, medžio, mediniams daiktams, onikso akmenų ir įstatomųjų akmenų, blizgančių akmenų ir margaspalvių, visokių brangių akmenų ir marmuro akmenų gausybė. С этим словом, царь Давид, su to žodžiu karalius Davidas, как царь. Jisai jau kalba kaip karalius. Аж как королюс. Заготовил. Порощил. Все приготовил. Виска порощил. Сын встанет на это место, сунус. И он построит дом Богу. Сунус отстоялся из этой веты. И вот пастатис. Что я приготовил. И что я аж порощил. И читаем третий стих. Третий лутер. И еще по любви моей к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное. Скажите, собственное. Саво патес. Из золота и серебра. И его я отдаю для дома Бога моего, сверх всего, что заготовил для святого дома. Be to, kadangi prisirišau prie savo Dievo namų, aš turiu savo paties gerybių iš aukso bei sidabro, kuriuos daviau savo Dievo namams, virš viso to, ką esu paruošęs šventiems namams. Я как царь. Aš kaip karalius. Заготовил вот это. Štai taip paruošiau. Но я люблю Бога моего. Кто любит Бога моего? Bet aš myliu savo Dievą. Kas mylit, pakelkit ranką. Но для дома Бога моего. Bet, потому что я его люблю. Дело то, когда шмели. Я еще как просто как верующий человек. Аж ты все как тикенти жмогус, да? Заготовил определенные богатства. Порошил, да, тур. Я делаю вклад. И раз ты сок. Это мой личный вклад. Дуаду ты. Дуаду. И смотрите, какой у него был личный вклад. Жжёкет как все было, смяленный стуртас. Иди. 3000 талантов золота, золота афирского. 3000 талантов аукса, офиро аукса. Афирское золото. Офиро аукса. Считалось в то время лучшим золотом. То это было пац geriausias auksas. Самой высокой пробы. Pačios aukščiausios prabos. Это не было израильское золото. Tai nebuvo Izraelio auksas. Оно приходило как дань в Израиль. Jis būdavo atgabenamas в огромном количестве. Kaip duoklė Izraeliui dideliais kiekiais. 7000 талантов серебра чистого. 7000 талантов валито сидабро. Для обложения стен в домах. Наму сеномус паденкти. Для каждой золотых вещей, и для каждой серебряных, и для всякого изделия рук художнических. Не поусредствует ли кто жертвовать сегодня для Господа? Aukso auksiniams daiktams, sidabro sidabriniams daiktams ir visokiam amatininkų rankomis atliekamam darbui. Tad kas yra norintis šią dieną išventinti savo tarnavimą viešpačiui? Он обращается к собранию. Jis kreipiasi į susirinkimą. В собрании сидят князья колен. Ir susirinkime sėdi отцы семейств. Шеймų. Taip. Bus kunigaikščiai ir šeimų tėvai. И он обращается к ним. Ir jis kreipiasi į juos. Кто еще поусердствует вместе со мной? Kas dar norit prisidėti kartu su manimi? И стали жертвовать начальники семейств, и начальники колен Израилевых, и начальники тысяч, и сотен, и начальники над имениями царя. Tada tėvų vyriausiai, Izraelio genčių kunigaikščiai, tūkstantininkai ir šimtininkai su karaliaus darbo valdovais нори аукою. Говорят, дурной пример заразителен. Сако, квайлас повездис ушкрече. Но в данном случае. Bet šiuo atveju. Добрый пример. Geras, тоже заразителен. Geras повездис taip pat ушкрете.
и дали на устроение дома Божия 5000 талантов и 10000 драхм золота, и серебра 10000 талантов, и меди 18000 талантов, и железа 100000 талантов. Ir davė Dievo namų tarnavimui aukso 5000 talentų ir 10000 drachmų, 10000 talentų sidabro, 18000 talentų vario ir 100000 talentų geležies. И у кого нашлись дорогие камни, те отдавали их в сокровищницу дома Господня на руки Ехилу Герсонитянину. О те, пас ка радоси брангių akmenų, juos davė viešpaties namų lobynui per Geršono Jehielio ranką. Мне пришлось участвовать в построении дома Божьего. Man teko dalyvauti Dievo namų statyboje. Я начинала в Риге, в церкви Благая Весть. Aš pradėjau Rika Renerio, kto знает. Rika Renerio bažnyčioje Geroji Благая Весть. Я начинала там, и когда я пришла aš туда. Pradėjau, ir kai aš ten atėjau, было объявлено о строительстве дома Божьего. Buvo paskelbta Dievo namų statyba. Я тогда ничего не имела. Aš tada nieko neturėjau. Даже денег не имела. Net pinigų neturėjau. Даже когда в тяжелые годы случилось так, что у меня украли все золото. Netgi sunkiu laikmečiu buvo taip, kad man visą auksą pavogė. И у меня осталось одни самые дешевые сережки золотые. Ir aš, man paliko tik tai patys pigiausi auksiniai. Даже не 583 пробы, а 375. 375 пробос. И с полудрагоценными камнями. Ir pusiau brangiais akmenimis. И все давали, кто что может. Ir visi davė, kas ką galėjo. Я говорю, Бог, ну что я могу дать? Dieve, ну ką aš galiu duoti? И пришла мысль. Ir atėjo mintis. Ну дайте сережки. Ну отидок тос аускарус. Ну что они тебе, погоду сделают? Ну ка я там придос. Одни сережки, это тоже не сережки. Вени оскары, это ирги не оскары. Амен. И я их пожертвовала. Ir aš juos paukojau. Пожертвовала и забыла об этом. Paukojau ir užmiršau apie juos. И вот уже дом построили. И что я поставил тот намус? И вот я уже уехала в Израиль на 2 года. И что я живу в Израиле 2 года. И первый урожай. И первое. Первые, вернее, намеки урожая. Пьютес, такие как ужомазгас, как. Пришли там в Иерусалиме. А те там в Иерусалиме. Появилось серебро. Отрадось серебро. Появилось золото. Посмотря ауксо. Я приехала в Ригу. А что твоя жива? Грижу в Ригу. Я вам скажу честно, меня завалили серебром. Саженькой, посакисью, меня ужмете ауксу и добру. Я пожала настоящий урожай. Аж пьёвил тикра дерлю. То, что мы даем Богу. Ты ка мяс додам Деву. Его дом. Ее намамс. Давид знал этот принцип. Давида жено это принципа. Князья израильские знали этот принцип. Израилю кунигайши жено это принципа. Они сегодня это знают. Я и сегодня ты жена. Они сегодня это знают. Я и сегодня ты жена. Я вчера рассказывала, что они строят синагоги. Аж вакар пасакою, кад я стату синагогас. Государство не строит. Вальстибе не статую. Религиозная организация Рабанут, она не строит. И религиозная организация Рабанут ирги не статую. Строят богатые евреи. Туртинги жидаи стату синагогас. Они считают за большую честь построить... Laiko... дом Господу. Я лейко той диделя горбе постатите вешпачуй намус. Я недавно зашла в интернет. Несенее аж было жил уже интернета. И увидела мусульманский храм. Ир помочу мусульману швентикла. Я не могла оторвать глаз. Ир аж не галю окю отитраукть. От золота и белого мрамора. Ну ауксо ир балто мармура. Понимаете? Спрантат. У них тоже не строит государство храмы. Ем ты под не вальстибе. У них есть конкурс. Стато. Там конкурса спасёс буна. Кто построит кас храм? Пастатис. Аллаху или Мухаммеду? Швентикла Аллаху или Мухаммеду. И они изощряются, как только могут. Ir jie lenktyniauja, kaip tik gali. Они строят дома своим богам. Jie stato namus savo dievam. Они уважают. Jie juos gerbia. Они уважают своих богов. Jie gerbia savo dievus. Ну наш Бог. Bet mūsų Dievas. Он больше, чем их боги. Jis daugiau, Amen. Daugiau nei jų dievai. Он достоин. Jis vertas. Amen. Amen. Аллилуйя. И дальше написано, что и у кого нашлись дорогие камни и отдавали их в сокровищницу. Вот те, пас ка радоси брангių akmenų, juos davė viešpaties namų lobynui.
нет одинаково финансово обеспеченных людей, правда? Нера венодой финансишкой прупинту жмоню, теса? У кого-то больше, у кого-то кашкас меньше. Кашкас долгел тури, кашкас мажел. И здесь написано, ирче богатые туртинги жертвовали много. Туртинги у кое долг. Те, у кого не было таких те, богатств, куря не турею, токи они турту. Порылись у себя в сундучках. Е пасироси саво скринялися, кай паш. И нашли и какие-то драгоценные камни, кашокас, какие-то колечки. Кашкокас уже делюс, кашкокас... И тоже пожертвовали брангюс Господу. Брангюс акменнукус ир и ты пат укоя. Так они выразили любовь к своему Богу. Taip jie išreiškė meilę savo Dievui. Так Давид выразил свою любовь к своему Богу. Taip Davidas išreiškė meilę savo Dievui. Мы часто говорим о любви. Mes dažnai kalbam apie meilę. Да? Taip. Мы часто вспоминаем 13 главу. Mes dažnai prisimenam 1 Korintiečiams 13 skyrių. Цитируем ее. Цитуем tą skyrių. Но мы должны одно усвоить. Bet mes turim vieną. Что любовь kad... Это не просто эмоциональная сфера нашей жизни. Kad meilė, tai не paprastai tik tai emocinė mūsų gyvenimo pusė. Мы привыкли измерять любовь matuoti meilę нашими чувствами, mūsų jausmais, savo jausмais, а не действиями. O ne veiksmais. Мы все знаем золотой стих Библии. Mes visi žinom iš Biblijos šitą auksinę. Какой? Иоанна 3:16. Молодец, сестра. Ибо так возлюбил. Нес, taip, Dievas taip pamilo pasaulį, kad ką jis padarė? Возлюбил. Ką jis padarė? Как он возлюбил? Kaip pamilo? Отдал сына своего. Atidavė savo sūnų. Он отдал сына своего. Jis atidavė savo sūnų. Чтобы никто из нас не погиб. Kad niekas iš mūsų nepražūtų. Бог свою любовь к нам. Tai yra Dievas savo meilę mums. Доказал через действие. Įrodė per veiksmą. А не через эмоции. O ne per emocijas. Он сказал слова. Jis pasakė žodžius. Но он свои слова. Bet jis savo žodžius. Подтвердил своими делами. Patvirtino savo darbais. Вера и любовь. Tikėjimas. Без дел. Ir meilė. Это мертвая вера. Be darbų tai и мертвая мирес, любовь. Мирес дalykas. Amen. Мирес tikėjimas ir mirusi meilė. Этим Бог. Tuo Dievas. Наш Творец. Mūsų kūrėjas. Дал нам себя в пример. Davė pavyzdį. И mums. Наша любовь ir mūsų meilė должна быть подтверждена turi būti нашими делами. Patvirtinta mūsų darbais. Не только в отношении наших детей. Не tik mūsų vaikų atžvilgių. Внуков. Anūkų. Жен. Žmonų. И мужей. Мы это делаем? Кто это делает? Помашите мне. Kas tai daro, pamojokit. Ar parodote veiksmais savo meilę? Не только к нашим родителям. Не tik savo tėvams mes turim tai par... Именно к ним мы проявляем būtent jiems всю свою любовь. Parodom visą savo meilę. Через дела. Per darbus. Да, проявляете taip? Через дела. Ar parodote, įrodote savo через meilę. Подарки. Per dovanas. Машите мне, кто это делает. Kas tai darot, mojokit. Я хочу обратную связь иметь. Aš noriu tą ryšį su jumis turėti. Но и к Богу, pat, как к своему Отцу и Творцу, meilė Dievui, kaip savo мы должны tėvui, демонстрировать kuriai, свою любовь. Mes turim demonstruoti savo не meilę, только на словами. Не tik žodžiais. Я люблю Бога. Aš myliu Dievą. Ой, tave. Как я люблю Ой, Бога. Ой, kaip aš tave myliu, Аллилуйя! Dievą. Аллилуйя! Я люблю тебя, Господь. Aš myliu tave, Viešpatie. Не только так. Не tik tai taip. Но и через наши жертвы. Bet ir taip pat per mūsų aukas. И наше служение им. Ir mūsų tarnavimą. Так как Бог дал указание Моисею. Taip kaip Dievas davė Mozei įsakymą. И наблюдал за работой, которую делали люди на земле. Ir stebėjo tą darbą, kurį žmonės atliko žemėje. Так же как Бог наблюдал за строительством храма, который строил сын царя Давида Соломон. Taip kaip Dievas stebėjo visą tą šventyklos statybą. Так каждый день. Taip kiekvieną dieną. Бог наблюдает за нами. Dievas stebi mus. За нашим отношением. Mūsų santykį. К дому Божьему. Požiūrį į Dievo namus. Богу. Požiūrį į Dievą. И к церкви. Ir į bažnyčią. Давайте посмотрим вторую паралипоменон, третью главу. Чуть-чуть antra. Пару листочков вперед, пожалуйста. Antra kroniku, antra skyrių. Первый стих. Pirmąjį lūtę. Второе паралипомен 3:1. Мандрас кронику 3. И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мария,
которая указана была Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид на гумне Орны его сиянина. Тогда Саламонас pradėjo statyti viešpaties namus Jeruzalėje ant Morijos kalno, kur viešpats pasirodė jo tėvui Dovidui toje vietoje, kurią Dovidas buvo paruošęs, jebusiečių Ornano klojime. Вторая, третья и четвертая главы. Антра, третья и четвертая скирюс. Антра, третья и скирюс. Дома почитайте. На меня поскатите то скирюс. Рассказывают о том, как строился храм. Я пасакую о том, как был статума шинтикла. Какое количество людей. Кокс жмоню, кекис там доливало. И богатства были выделены верующими. И какие турты было поскирте. И любящими Бога израильтянами. Ту жмоню, которые тикею деву ирмилеи. И даже другими народами. И нет, и китос тотос приседею. Из этих иллюстраций. И из шиту иллюстрацию. Мы видим. Мяс матом. Как Моисей. Кайп Мозе. Царь Давид. Королюс Довидас. Царь Соломон. Королюс Соломонас. И весь народ Израиля. Ир виса Израилю тута. Проявили свою любовь и почтение к Богу. Я породя сава мейли и пагарба девы. Впоследствии мы читаем. Ир галу галя мяс кейтом. Что враги Израиля разрушали храм. Кат Израилю преша ег сугрявдово швентикла. И выносили из него священные сосуды. Сугрёве ришнеще тос швентус индус. И грабили все те богатства и сокровищницы. Ижгрубе висус туртус иш. Которые были в храме. Ижду, коре буво швентиклое. Кажется, как это Бог допускает такие вещи? Ir atrodo, kaip Dievas daleidžia tokiam dalykam vykti. Но когда Божий народ. Bet kai Dievo tauta. Идёт в непослушании. Ji pradeda nepaklusti. Или поклоняется не Богу. Arba lenkiasi ne Dievui. А своим идолам. O savo stabams. То Бог допускает. Tai Dievas leidžia. Он допускает опустошение на нашу землю. Leidžia, kad mūsų žemė ištuštėtų. На наши дома. Mūsų namai. И даже в места нашего поклонения. Ir netgi mūsų garbinimo vietos. И приходят проблемы. Tokios ištuštėjusios. И мы не можем понять. Ir mes tada nesuprantam. Что происходит? Kas vyksta? Почему враги владеют нашей территорией? Kodėl priešai mūsų teritorijose? Почему пришло опустошение? Kodėl atėjo tas toksai apiplėšimas? Значит, мы что-то делаем не так. Reiškia, kažką mes darome ne taip. Но как только народ Израиля. Bet kai tik tai Izraelio tauta вернулся из плена на свою землю, grįžo iš nelaisvės į savo žemę. Первое, pirma, что Бог сказал сделать, ką Dievas pasakė jam padaryti, это восстановить храм. Tai atstatyti šventyklą. Давайте откроем книгу пророка Агея. Atsiverskim pranašo. Это малые пророки, книга пророка Агея. Книга Mažasis pranašas pasivadina taip. Агея pranašystė. Книга пророка Агея, первая глава. Первый скирюс. И начнем читать сначала, Ir с первого стиха. Но первого сейлутес. Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Агея, пророка, к Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Еседекову, великому Ирею. Так сказал Господь Саваоф. Народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. Antrasis karaliaus Darijaus metais, šeštąjį mėnesį, pirmąją to mėnesio dieną, viešpaties žodis atėjo per pranašą Gėją, Šeltėlio sūnų Zerubabeliui, Judos valdytojui ir Jocadako sūnų Jozui, aukščiausiam kunigui, sakydamas. Taip sako kariuomenių viešpats, sakydamas. Šita tauta sako, dar neatėjo laikas. Laikas, kai turi būti statomi viešpaties namai. 70 лет народ был в изгнании. 70 metų tauta buvo nelaisvėje. Весь храм растащили. Visą šventyklą tiesiog išnešiojo. Sugriovė. Дома разрушили. Namai buvo sugriauti. И вот Израиль вернулся на свою землю. Ir štai Izraelis grįžo į savo žemę. Что началось? Kas prasidėjo? Народ помчался в свои дома. Tauta puolė prie savo namų. И стал благоустраивать свои дома. Ir pradėjo statyti savo namus. Бог тут же проговорил через пророка. Ir Dievas tuoj prakalbo per pranašą Agėją. К правителю Израиля. Зарававелю. Израилю valdytojui. Зарубабелюй. Ir pasakė. Народ этот говорит. Tauta sako. Не время строить сейчас дом Господень. Не laikas statyti dabar viešpaties namų.
Мы пришли из плена. Mes atėjom iš nelaisvės. У нас семьи. Mes turim šeimas. Вы что, не понимаете? Ką, jūs nesuprantate? Нам жить где-то надо. Mums kažkur reikia gyvent. Все бросились устраивать свои дома. Ir visi puolė prie savo namų statybos. Бог говорит, нет. Dievas sako, ne. Это неправильно, дорогие мои. Tai neteisinga, brangiai mano. Вы не сможете устроить свои дома, jūs negalėsite susitvarkyti savo namų, kol aš не благословлю вас, kol aš nepalaiminsiu jūsų, чтобы вы могли устроить свой дом. Kad jūs tada galėtumėt statyti, tvarkytis namus savo. У кого была в жизни ситуация? Pas ką buvo gyvenime situacija? Вы начали. Jūs pradėjote. Устраивать свой дом. Статить, ренкти саво намос. Все тащим, тащим, Диска... тащим к себе в дом. Темпем, темпем, темпем и намос. Все деньги вкладываем, вкладываем. Пенегус, дадам, дадам. На трех топом. Работах работаем. Трёхся дарбося дырбам. День и ночь. Нахтир дена. И никак не можем прийти к какому-то концу. Ir niekaip negalima galo su galu suvesti. А ремонт как стоял, так и стоит, незаконченный. Kaip pradėtas stovi, taip и stovi. А в холодильнике как мышь повесилась, так и висит. Шалитуве kaip tuščia, taip ir tuščia. Пеле пасикори ir гули там. А деньги? О пенигай. Как сквозь решето? Kaip per... Как сквозь пальцы kaip per... пролетает. Кому известна Vandenį, такая ситуация? Kaip per pirštus. Кам жинома та ситуация? И Бог говорит. Ir Дева сако. А вы даже не подозреваете. O jūs net neįtariate. Что виновник всего этого я. Kad visas šito kaltininkas tai aš. Ах, это ты, Бог! Ох, tai tu, Dieve. Да, это я. Taip, tai aš. Давайте почитаем дальше. Toliau paskaitykim. И было слово Господне через Агея пророка. Tada viešpatį žodis atėjo per pranašą Агея. А вам самим время жить в домах устроенных, украшенных, тогда как дом мой в запустении. Argi metas jums gyventi lentomis apmuštuose jūsų namuose, kai šitie namai ištuštėja? Pasimu nyni tak, говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваше. Todėl dabar taip sako kariuomenių viešpats, apsvarstykite savo kelius. Народ Божий, так говорит Господь. Dievo tauta, taip sako viešpats. Обратите сердце ваше на пути ваши. Отгрешките саво сердис и саво келюс. Развернитесь на 180 градусов. Обсигрешките 180 лайпснюком. Разверните свое мышление. Обгрешките саво мастима. И подумайте немножко о другом. Ир поголвоките ещё те копе китус далекус. Вы сеете много. Юз даук сеете. А собираете мало. О мажей суринкоте. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одевайтесь, а не согревайтесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Jūs valgote, bet jums neužtenka. Jūs geriate, bet neatsigeriate. Jūs apsirengite, bet nesušylate. O kas uždirba algą, uždirba ją, kad įdėtų į skylėtą maišelį. Так говорит Господь Саваоф. Taip sako kariuomenių viešpats. Обратите сердце ваше на пути ваши. Apsvarstykite savo kelius. Поменяйте что-то здесь. Покейскайте поменяйте что-то в своем сердце. Саво сердие, саво мастиме. Обратитесь на пути Божьи. Отсигрешките и Деву мы келюс. Все устремлены на свои собственные пути. Мес виси сусиконцентрави и саво носовус келюс. Своя рубашка ближе к телу. Саве мешкинее арчеу куно. А Бог говорит, она вас не согреет, если я не согрею вас. О, Дева сако, и те мошкинеи юсу не сушилис, если я юсу не сушилис. Это к тому моменту, когда у тебя забрали одну рубашку, да и вторую. Че там моменты, когда поемс из тебя смашкинис, ты ту и рантру задидо. И Бог говорит, Дева сако, взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь. Говорит Господь. Dievas sako, lipkite į kalną, parsigabenkite medžių ir statykite namus. Man tai patiks ir aš būsiu pašlovintas, sako viešpats. Ожидайте многого, а выходит мало. А что принесете домой, то я развею. Как развею? Прочите. Jūs tikėjotės daug, o štai išėjo mažai. Ir kai pargabenote tai namus, aš išbarščiau tai. Kodėl? Sako kariuomenių viešpats. Как развеешь? Я же уже домой принес. Kaipgi tu tai išbarstys? Я же уже в холодильник положил. Aš jau viską patnešiu į namus, į šalituvą įdėjau.
Тараканы набегут. Тараконы. Мыши набегут. Пелес. Прокиснет. Сурукс. Испортится. Сугес. Все что угодно случится. Viskas, ką tik norit, įvyks. Nu, останешься голодным. Bet liksi alkanas. Какой Бог. Koks Dievas. Хороший Бог, справедливый. Geras, teisingas Dievas. За что, говорит Господь Саваоф? За мой дом, который в запустении. Тогда как вы бежите, каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. Я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. Kodėl, sako kariuomenių viešpats, dėl mano namų, kurie yra ištuštėję, o jūs kiekvienas bėgate į savo paties namus. Todėl viršum jūsų dangus sulaikė rasą, o žemė sulaikė savo vaisių. Aš pašaukiu sausrą šaliai ir kalnams, ir javams, ir jaunam vynui, ir aliejui, ir tam, ką išaugina dirva, ir žmonėms, ir galvijams, ir visam rankų triūsui. Мы молимся. Mes meldžiamės. Kričim k Bogu. Šaukiam Dievą. Pastimsia. Pasninkaujam. И требуем. Ir reikalaujam. И просим, чтобы Бог ответил на наши просьбы. Ir prašom, kad viešpats atsakytų mūsų maldas. И на наши планы. И mūsų planus. И утром мы стоим молимся об этом. И ryte kylam ir meldžiamės. И вечером опять напоминаем Богу. Ir vakare vėl primenam Dievui. Типа у него пробки в ушах. Lyg tai jisai ten kamščius ausyse turi įsidėję. И он не слышит. Ir jis negirdi. Мы просим, чтобы он покрыл наши финансовые проблемы. Mes prašom, kad jis padengtų mūsų finansines problemas. Кредиты. Кредитus. Долги. Skolas. Чтобы дал еще четвертую работу. Kad dar ketvirtą darbą duotų. Потому что денег не хватает. Nes trūksta pinigų. Бог это слушает. Dievas tai girdi, klauso. И почему-то не отвечает. Ir kažkodėl neatsako. И приходит брат или сестра. Ir ateina brolis ar sesuo. Говорит, пастор. Sako, pastoriau. Согласись со мной в молитве. Сутик, суситарки молдоя с уманим. Какой? Какая молда? Вот чтобы Бог дал то-то, то-то и то-то. Когда Девас дует уман, тай, тай, тай. И не буду. Аж сокол, не, не суситарки. Ты молился? Молился. Ты сколько молдейси? Раз молился? Кек арту молдейси? Много раз молился. Долг арту молдейси? Ну и что ты считаешь, что Бог глухой? Ну и карту головой, когда Девас. Почему Курчас? Еще я должна с тобой молиться? Куда лаждар? Аж дар турю с тобой молиться. Ты лучше спроси у Бога. Ты говорю, поклаус к Деву. Почему он тебе не отвечает? Куда лаждар не отца? Амен. Амен. А то мы в одну сторону все кричим, кричим. Ты мяс и вена пусть, так ты. Ну надо же что-то и от Бога услышать. Почему? Bet reikia ir iš Dievo išgirsti. Не забывайте Бога спрашивать. Не, užmirškit paklausti Dievo. А как часто в своих молитвах на первое место ты ставишь нужды дома Божьего? O kaip dažnai savo maldose tu į pirmą vietą statai Dievo namų poreikius? Если ты говоришь, что ты верующий, tu sakai, kad tu tikintis, что ты любишь своего Бога, kad tu myli savo Dievą, то докажи свою любовь делами. Tai rodik savo meilę veiksmais, darbais. Мы такие любви обильные. Mes taip pilni meilės, tokie когда pilni дело meilės. Касается наших ближних, kai reikalas liečia mūsų artimuosius, наших детей, mūsų vaikus, наших семей, mūsų šeimas. Что готовы вторую заповедь, kad pasiruošę antrą įsakymą, сделать первой. Поверьте первой, посадите первую ветку. И наоборот. И отвергший. Амин. Мы совсем забываем, что существует первая заповедь. Мы совсем уже мерштам, как. Но вторую заповедь все очень хорошо усвоили. Как это первая систатима, а антра все герои. Более того, скажу вам, что ваши дети, ваши внуки, ваши жены, мужья и родители. Жмонос, вайкай, тевай. Сейчас я вас очень разочарую. Добро, что с нувильцю лабы. Это не ваши ближние. Ты не юсу артемьяи. Это ваши домашние. Ты юсу намишки. Амен, амен. Это ваши домашние. Ты юсу намишки. А дальше написано, что и враги человеку домашние. О, порасчита, когда жмогос намишки, тап спрешис жмогуй. Но это не сегодняшняя тема. Че? Не шенденос тема. Так что заповеди не путайте. Таиги не мышиките и крайним сакиму, случае на дверях повесьте. Ant... На холодильнике повесьте две заповеди. Аншалитува и шкабинките то с двух сакимов. Первую, Pirmas, а потом вторую. Потом не перепутайте antras. Местами. Не сумешиките ветомис. Мы должны помнить, что Бог всегда строит
смотрит на мотивы нашего сердца. Нам всегда приятнее делать добро для себя. Mums visada maloniau daryti gerą для своей семьи, savo šeimai, для своего дома, savo namams, потому что мы этим всем пользуемся. Nes mes naudojamės visu tuo, taip. Но мы забываем, bet mes užmirštam, что мы с вами, kad mes su jumis, являемся также членами esam taip pat Божьей семьи. Dievo Кто здесь Божья семья? Поднимите нарей. Руки. Kas Dievo šeima, pakelkite rankas. И что Божий дом ir kad Dievo namai, это и наш дом. Tai yra ir mūsų namai. А значит, он, во-первых, reiškia, jis visų pirma, а все остальное, во-вторых, stovėti, o visa kita yra antra, antroje vietoj. Потому что если в нашей жизни nes, jeigu mūsų gyvenime неправильно расставлены приоритеты, neteisingai sudėlioti prioritetai, то мы не будем иметь успеха в тех делах, tai mes neturėsime sėkmės tuose dalykuose, которые делаем. Kuriuos darome. Часто верующие говорят. Dažnai tikintieji sako. Вот, пастор. Štai, пасторе. Нельзя так часто говорить о финансах. Negalima taip dažnai kalbėti apie finansus. Нельзя так часто говорить о жертвах. Negalima taip dažnai kalbėti apie aukas. Надо больше в церкви говорить об Иисусе Христе. Reikia bažnyčioje daugiau kalbėti apie Jėzų Kristų. Надо. Reikia. Кто бы возражал? Надо. Kas prieštarautų? Reikia. Всякая тема в Божьем слове должна занимать свое место. Аминь. Bet kuri tema Dievo žodyje, kuri yra, jinai turi užimti savo vietą. Мы должны знать. Mes turime žinoti. И очень четко понимать. Ir labai aiškiai suprasti. Visų pirma. Кто мы во Христе Иисусе? Kas mes esame Jėzuje Kristuje? Кто знает, кто мы во Христе Иисусе? Kas žinote? Я сейчас ранка не устраиваю. Pakelkite. Это пастор вам будет устраивать экзамен, кто Pastor вы во Христе Иисусе. Экзамена им. Surenks, kas žinote apie tai. Мы должны знать и понимать, mes turim žinoti, что Иисус Христос совершил ради нас на Голгофском кресте. Ką Jėzus Kristus atliko dėl mūsų ant kryžiaus? Kas žino tai? Pakelkite. Молодцы. Šaunuoliai. И что он дал нам в наследие? Мы тоже должны знать. Ir Кто знает об этом? Turim žinoti, ką jis, kokį palikimą jis mums paliko. Я думаю, ночью раз будет, знаете. Знаете? Молодцы. Žinote. Jeigu jūs kas nors pažadins, pasakysite. Мы знаем также, Mes что он есть. Žinom, Путь продолжайте. Kad jis yra. Истина и молодцы, Kelias, тоже знаете. Тиеса ir gyvenimas, taip pat žinote. Он дающий жизнь. Jis duodantis gyvenimą. И жизнь с чем? С избытком. Ir, вот даже это знаете. Su pertekliumi. Ir Пастор tai Ольга, žinote. Молодец. Шонолия, пастор Ольга. Научила. Išmokėjai. Что значит иметь жизнь с избытком? Ką reiškia turėti gyvenimą su pertekliumi? Что значит иметь жизнь с избытком? Ką reiškia? Kas žinote? Ну, быстренько, кто-нибудь. Kas nors pasakykit. Gyvenimą su pertekliumi, ką tai reiškia? Полнота. В чем? Pilnatvė. Kur? Visame kame. Это общее понятие. Tai bendra savoka tokia, supratimas. Pilnatvė visame kame. Pilnatvė šaldytuvė. Не вешались. Амин. Когда нас будет нам досно, сэр, подъедем нам. Должно быть изобилие в нашем здоровье. Туре будьте обстибе, мусу пертеклюс, как сказать. Если нет здоровья, должно прийти исцеление. Амин. Его мяс не свеки, туре тите жгидимас. Мы должны работать на четырех работах или одной хватит. Ar mums reikia keturių darbų ar vieno užteks? На четырех работах работать это проклятие. Ребята, знайте, Žinokit, кто работает на четырех работах, вы находитесь в проклятии. Keturiuose darbuose jūs esate po prakeikimu. Услышьте меня, я потом за вас помолюсь, чтобы Бог забрал эти три работы остальные. Посмелься. Уж jūs, kad Dievas paimtų tuos kitus darbus. Это проклятие Эдемского сада. Tai Edeno sodo prakeikimas už nuodėmę. Кто помнит? Kas atsimena? Адам согрешил и получил Adomas проклятие. В поте лица своего будешь есть хлеб свой. Ir kad tu prakaite dirbsi savo žemę. Это проклятие. Tai prakeikimas. Жизнь с избытком. Gyvenimas su pertekliumi. Когда все, что ты делаешь, kai visa tai, ką tu darai, приносит благословение. Отнеша palaiminimą. Даже на одну зарплату. Netgi iš vieno atlyginimo. Может жить целая семья. Gali pragyventi visa šeima. И на все должно хватать. Ir viskam turi užtekti. И еще остаться. Pasilikti dar. Потому что наш Бог. Nes mūsų Dievas. Не Бог недостатка. Не трūkumo Dievas. Amen. O pertekliaus Dievas.
Нам не необходимо научиться у Иисуса Христа. Mums reikia išmokti iš Jėzaus Kristaus. Правильному отношению к Богу Отцу. Teisingai turėti teisingą požiūrį į Dievo Tėvą. И к Его святыням. Ir į Jo šventus dalykus, šventoves. Когда ученики Иисуса Христа, kai Jėzaus Kristaus mokiniai, восхищаются красотой храма. Грожисі шventiklos, šventikla. Они вышли из храма. Я ещё из шventiklos. Сели на горе. Отсиседо. Рядом кальня, с Иисусом. Шале Иисус. Иисус, ты посмотри, какая красота. Иисус, я как скрожусь. Какое могущество. Какая дедибе. Иисус им говорит, ребята. Иисус сако, выкинай. Я разрушу этот храм. Аж сугряюсь эту шментикла. И в три дня построю новый. Ир пер три дня нас новое постатисю. И у них глаза на лоб вылезли. Ир ю акис анка кто со шоко. Как это такое Иисус говорит? Как ты, Иисус, гали ты кальбет? Как они ему говорят? Как это вообще понимать? Как ты супрасти? Он им объясняет. Ой, все маешкина. И возникает соблазн. Ир тогда токс ишкила погундемас. В том, что Иисус полностью игнорирует храм, созданный Богом на земле. Для tarsi, Бога на земле. Тарси, Иисус visiškai игнорует та швентикла, кури была построена дел Дева. Но это только на первый взгляд. Bet tai tik tai iš pirmo žvilgsnio. Давайте почитаем Евангелие от Марка. Paskaitykim Morkaus Evangeliją. Евангелие от Марка. Начнем с 11 главы. Nuo 11 skyriaus. 11 глава. Morkaus 11. С 15 по 17 стих. Nuo 15 eilutės. Нашли? Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволил, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря, не написано ли, дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. Ir jie ateina į Jeruzalę, ir Jėzus įėjo į šventiklą ir pradėjo valyti lauk tuos, kurie pardavinėjo ir pirko šventikloje, ir išvartė pinigų keitėjus stalus bei krėslus tų, kurie pardavinėjo balandžius. Ir niekam neleido per šventiklą nešti jokio indo, ir jis mokė, sakydamas jiems, argi nėra parašyta, mano namai visų tautų bus vadinami maldos namais, bet jūs pavertėte juos vagių lindynę. Мы знаем. Мы что знаем, Иисус проповедовал в храме. Как Иисус помогслава швентиклое. Он часто бывал в храме. И здажный там будава. И увидев такое безобразие. Ир поматес токе. Он не мог оставаться равнодушным. Дом своего отца. Ликте беинга саво тево намасе. Он знал, что Бог приходит в этот храм. Ис жиною, кад девас атейна говорит та народу своему. Kalba savo tautai. Что там за этой завесой живет Дух Святой. Kad ten už štos uždangos gyvena šventoji dvasia. Там над ковчегом завета приходит Божье присутствие. Ten virš sandoros skrynios ateina Dievo buvimas. И он не мог игнорировать это. Ir jis to negalėjo ignoruoti. И когда он увидел, ir kai jis tai pamatė, это безобразие, tą betvarkę, голуби, tos balandžius, которые везде нагадили, kur visur jie придирбо, кругом птичий помет, aplinkui paukščių mėšlas, эти евреи, те жидаи, грязные, пурвини, сидят, сидите, за столами эти деньги рассыпаны, и пинигаи на столу там изборщики, меняют, кейчат тос пинигус, гордые, богатые, ждиту стуртинги. Он посмотрел на это. Из пожиреетой. Эти помните, взял плетку. Поеме токе римба токис. Хорош. Сувенята. Весистой такой. Так и твердо. Так их отходил. И так, ten... и так их отходил. Вайкит что пролею, мало им не показалось. Кат я мне посыроды. Взял эти столы, Душа. Все перевернул. И швартят оста столос ю. И говорят, ну у него была власть. Но весь сако, ой, история вальджа там. Поэтому никто не полез ему и не набил. Тодел некас не сугебею ям вишстот у него власть. История вальджа. А если мы подумаем и вспомним, ir atsiminsim, что никто не признавал его власть, kad niekas jo valdžios не, не,
Никто не признавал его как сына Божьего. Не припожино его как Дева сыном. Тогда почему не вступили с ним в драку и не поставили его на место? Не продею с ее пештис. Потому что все поняли, нес, все супрато, что он защищает чистоту дома Божьего. Дева наму. Амен. Швара. И не позволил, чтобы кто проходил через храм со всяким барахлом. Ir neleido, jis neleido, kad kažkas su savo... Для этого не надо иметь власть. Su savo для того, чтобы навести в доме порядок Божий. Ir там не reikia valdžios, kad... Для этого надо иметь чистую совесть. Kad darytum tvarką Dievo namuose. И надо правильно расставлять приоритеты в своей жизни. Там reikia tyros sąžinės ir teisingai savo statyti prioritetus. Дом Божий. Dievo namai. Это первая заповедь. Tai pirma... Amen. Pirmas įstatymas, įsakymas. И давайте еще посмотрим одно место. Ирдар, пожрекем я навета. 12 глава, 41 стих. Моркос. Мы сейчас про Иисуса говорим, не про деньги. Мяс дабар апе Езу калбам. Все запомнили, да? Мы говорим про приоритеты и про Иисуса. Мяс калбам. Абстрагируйтесь полностью от денег. Мяс калбам апе приоритетус и апе Езу. Ир... Ацеребоките, но тос... И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Ir Jėzus atsisėto priešais iždinę ir žiūrėjo, kaip tauta meta pinigus į iždinę. Ir daugelis, kurie buvo turtingi, įmetė daug. Ir atėjo viena vargšė našlė ir ji įmetė dvi leptas, kurios sudaro kvadrantą. Ir pasišaukė savo mokinius, jis sako jiems, iš tiesų sakau jums, kad ši varginga našlė įmetė daugiau už visus, kurie metė į iždinę. Nes jie visi įmetė iš savo pertekliaus, bet jie iš savo nepritekliaus įmetė viską, ką turėjo, visą savo pragyvenimą. Ir taip mes kalbame apie Jėzų. Ir apie prioritetus. Pasakyk savo kaimynui. Priminkėm, apie ką mes dabar kalbam. Sakyk, mes apie Jėzų kalbam ir apie prioritetus. Храм. Конечно, не такой, как здесь. Швентикла, жинома, не токе, как и не чак. Такой, где мы вчера были. Ир не токе, как мы огромный вакарбом. Храм. Тен диджуля швентикла. Золото немерено, драгоценных Auxo, камней. Ауксо, багалес, брангю акмену. Все блестит и сияет. Viskas гранатовые яблоки. Швечи, свечи. Жвакес, гранато оболей. Грожис, грожу, тесяк. Иисус. Иисус. Как один из раввинов. Kaip vienas iš rabinų подходит к сокровищнице. Prieina prie šitos išdo садится, skrynios sėdasi и наблюдает, ir stebi, как народ кладет в сокровищницу деньги. Kaip žmonės aukoja savo pinigus ten. Deda. Не у жертвенника, который во дворе. Не prie aukuro ten, kur kieme. Куда приносили скот. Ten отрезали, сжигали. Ten juos скерздаво, дегиндаво. У сокровищницы сидит. Bet не, prie išdo. Прошло служение. Praėjo tarnavimas. Был призыв к пожертвованию, все несут. Иисус сидит, смотрит. Buvo kvietimas aukoti. Близко сидит. Ir Jėzus šalia, visai arti sėdė. Потому что он видит, кто сколько дает. Nes jis arti sėdė, nes jis mato, ką, kiek kas duoda ten. Deda. Иисус не видит. Видит. Jėzus nemato. Mato. Na to Jėzus, щоб видеть. Ему не безразлично. Jam ne tas pats, kiek tu duodi. Он смотрит. Jis žiūri. Как народ Божий. Kaip Dievo выражает tauta, свою любовь. Išreiškia savo meilę. Богу. Savo Dievui. Потому что выражая любовь. Nes išreikštamas meilę. Ты должен что-то сделать для Господа. Tu turi kažką padaryti viešpačiui. Неподтвержденная любовь. Непотвердинта меilė. Ноль. Tai yra nulis. Скажите, пожалуйста, Pasakite, такую вещь. Прошу, tokį dalyką. Люди семейные. Мы все вышли из семьи. Кто-то сегодня может быть одинокий, но все равно мы все вышли из семьи. Vienišas, bet visi vieni iš šeimos išėjote. День рождения у кого-то в семье. Kažkas gimtadienį švenčia.
Я прихожу, вот у нее сегодня день рождения. Предположим. Pavyzdžiui, mano gimtadienis ateina. Я прихожу и говорю, дорогая моя. Брангиой мано. Я так счастлива, что у тебя день рождения. Аж такая лаймига, как у твоего гимтадениса. Я тебя поздравляю. Аж тебя свякину. Я тебе желаю всего доброго. Аж тау линкю высоко горяло все. Будь здорова. Будь счастлива. Будь лайминга. Купи себе дом. Ну, перкстал купи себе шубу. Ну, перкстал кайлину. Купи себе машину. Ну, перкстал я тебе все это желаю. Аж то высоко линкю. Ты счастлива? Ты лайминга. Да. Да? Нету подарка. А курдована. Нету подарка. А ты смотришь на меня. А ты жри меня. И ждешь. И лауки. Когда она руку из-за спины когда достанет. Когда она ищет, она та ранка ищки. С подарком. И шуш на горосу дома. А я говорю, ты мне все поняла? А ваш такой, ты меня супротей? Да? Да. Ты да. Счастлива? Да. Хорошо. Горе. Я пошла. Вы приходите к своему ребенку. Вы садите по своего вейка. У него день рождения. Его гимтадинец. Он ждет. И слауки. Вот такой шоколад. Что это так шоколада? Он ждет. И слауки. Машину. Машину. Или куклу. Арле лес грозёс. И говорит своим друзьям. У меня завтра день рождения. Мама гимтадинец святой. Мама обещала. Мама, пожадею. Машину. Машина. А папа? Отети. Еще там чего-то. Трактор. Тракторю. А бабушка шоколад сказала, вот такой принесет. О, сеняля, за какие-то шоколад отнешь? Приходит Дидели. Бабушка. А ты на сеняля. Приходит папа с работы. А ты на тева сиждарба. Приходит мама. Мама. Говорит, становись, дорогой. Стокис, брангусис. Читай стишок. Скатик, саки кейлера штука. Та-т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 а-
здоровым, стиприм, красивым, кротингу, счастливым, мингу. И еще множество пожеланий. Да, доктор Кюпаленькейму. А он все смотрит. Ой, звезжури. Где? Кур. Бабуля, где твоя сумка? Мочите, куртово, тащите. Внучек, я сегодня без сумки пришла. Анукеля, сегодня бекрепшалю. Чтоб полегче было. Кад лингвел буту вайкшити. А где мои подарки? А кур мана дованас? Ну, знаешь, дорогой, мы же ну, тебя знаю, и так прангусис. Любим. Мяс же тейп тебе милим. Мы так тебя любим. Неужели ты это не понимаешь? Тейп тебе милим, неего тут точно не супранти. Ребенок плачет и уходит. Вайкас веркер, шейна. Амин? Тейп. Кто хочет такую ситуацию иметь? Kas, kam patinka tokia situacija, kas nori išgyventi tokią situaciją, aš manau, niekas. Итак, Иисус, примером всей своей жизни. Ir taigi Jėzus visų savo gyvenimo pavyzdžių, kiekvieną dieną, на протяжении всего своего земного служения. Viso savo gyvenimo tarnavimo. Учил своих учеников не только тому, mokė savo mokinius ne tik tai to, как ходить в вере, kaip vaikščioti tikėjimu, как исцелять больных, kaip gydyti ligonius, и как изгонять бесов, ir kaip išvarinėti demonus. Он учил их и тому, и смог ее сир то, как правильно, kaip teisingai, расставлять приоритеты в жизни верующего человека, sudėlioti prioritetus savo gyvenime, как соблюдать первую и вторую заповедь, kaip vykdyti pirmą ir antrą įstatymą. Еще перелистнем 14 глава. И dar 14 skyrių atsiverskim. С 3 стиха. Nuo 3 eilutės. И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира, из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Ir jame esant Betanijoje, Simono raupsuotojo namuose, sėdint prie maisto, atėjo moteris, turinti alebastrinį labai brangaus nardo tepalo indą, ir jis sudaužė indą ir išliejo jį ant jo galvos. Алавастровый сосуд – это что-то типа керамического, может быть, фаянсового, такая бутылочка. Алебастринис – это такой, как керамикинис, порцелянинис индас. В Израиле молодые девушки, молодые женщины, яунос мотерис, которые мельгинос, готовились выйти замуж, курос рошеси иштекете, они готовили приданы, йос саво крейти роше, и в их приданом были вот такие бутылочки французских духов. Tokie buteliukai, prancūziškų kvepalų, koncentruotų. Это не я, это туалет.
французской, не туалетная вода. Туалетная вода. Это концентрированные хорошие французские духи. Ты гери концентратас. Для того, чтобы ублажать мужа. Там как помолоненьте вера. Ароматной, красивой женщиной, источающей приятный аромат. Ароматас герас Кристу. И этого флакона ей хватало на много лет. И что бутылько я уж так давно долгелю мяту. И вот это миро. И что это мира. Оно не производилось в Израиле. Jos это были привозные ароматы. Ты отваждаво. И они имели огромную ценность. Ir jie turėjo neįkainomąją, tokią didžiulę vertę. И все об этом знали. Ir visi tai žinojo. Это ни для кого не было секретом. Tai nebuvo paslaptis. И вот когда они вошли в дом Симона, ir kai jie įėjo į Simono namus, я так полагаю, судя по тексту, manau pagal tekstą, что ученики зашли чуть позже. Kad mokiniai šiek tiek vėliau atėjo. Он уже сидел. Jis jau sėdėjo. И эта женщина стояла над Иисусом и та матерь стояла и поливала ему на голову. И пили ям на голову. В другом месте было написано, что даже на ноги она ему изливала. В другой месте было написано, что он и ранкойный пили. И некоторые же вознегодовали и говорили между собой, к чему сия трата. И было кое кто бесипиктинанти савия и саке, кодел ира шитос тепло и квоимас. Слушай. Клусик. Иисус, посмотри, что делает. Посмотри, как Иисус дару. Она им льет на голову. Французские духи. Французышку сквяпалас. Которые стоят 300 летов. Курия 1500 литу кайну. Говорят, 10 тысяч долларов. 10 тысяч долларов, сако. Он что вообще позволяет себе? Как слайдя сау ты дарит? Как ты на это смотришь? Как ты это жюри? Я думаю, что это неправильно. Ашманов, это не тесинга. Я думаю. Ашманов. Что можно было бы пойти продать? Кад гальма будет найти больше, продать, чем за 300 динариев. Даугеу не уж 300 динариев. Посмотри, сколько нищих и нуждающихся. Пожри, как варкшу аплинкуй. А он шикует. А ес че токе... Шикует. Иштыга токе... Мана. Тут уже такой аромат стоит, а ему она все льет. Че токс аромат, а сегодня и везде лея и лея. Посмотри, сколько бы мы дел сделали хороших. Пожюри, как мы сдарытумем дарбу, что пенегу. Благотворительность на первом месте. Лабдара пермой ветой. Что произошло? Касевико. Эта женщина. Тамотерис. Она отдала лучшее. Я тебе даве. Иисусу Христу. Той, которая горялся. Она правильно расставила свои приоритеты. И те синкой суделила своего приоритета. Ученики. О, мукиней. Которые каждый день ходили с Иисусом. Курия, kiekvieną dieną vaikščiojo su Jėzumi. По 24 часа в сутки. По 24 часа в сутки. 365 дней в году. 365 dienas per metus. 3,5 metų. Уже библейскую школу закончили. Jum baigė Biblijos mokyklą. Уже всему научились. Jau viską išmoko. И вдруг говорят. Ir štai kas sako. Что он творит-то? Ką čia jį daro? Куда он деньги тратит? Такие богатства по ветру пускает. Пинигус дабар тущей ляйджия. Сейчас проветрим окна. Той, лангус собирисим, его нера какой квепот. А люди бедствуют. А жмоня скурста. А люди бедствуют. А жмоня скурста. И роптали. И рье мурмею. И это очень не понравилось Иисусу. И это Иезу не лабы не потыко. Иисус остановил их и сказал. Иисус уставде ее сир пасаке. Оставьте ее. Поликите я. Зачем вы ее смущаете? Кам юс я варгинате. Она доброе дело сделала для меня. И отлико дел манас гера дарба. Ибо нищих всегда будете иметь с собою. Нес варкшу висада туресите. И когда захотите. Ir kada tik panorėsite. Можете им благотворить. Galėsite jiems daryti gerą. А меня не всегда имеете. Bet mane ne visada turite. Отдай лучше Иисусу. Atiduok visą tai, ką geriausia Jėzui. Расставь эти приоритеты в своей жизни. Sudėliok tuos prioritetus savo gyvenime. Остались у тебя еще деньги? Pasiliko dar... Ты тури дар пенегу? Pasilikai сау. Хочешь благотворить нищим? Нори варкшам сухоть. Хочу. Сухот. Норю. Иди. Ик. Благотвори, если хочешь. О, как вемс, егу нори. Но, во-первых, бет вису перма, девас. А во-вторых, о, антра, всем остальным. Всем китем. Своему ближнему. Саво артемуй. Хочешь? Нори. Благотвори своему ближнему.
O ko climbing? Огромные деньги. Didžiuliai pinigai. Опять о деньгах. Vėl apie pinigus. Да нет, не о деньгах. Не, не apie pinigus. О приоритетах. Apie prioritetus. Которые Иисус еще раз kuriuos Jėzus показал своим ученикам. Kuriuos Jėzus dar kartą parodė savo mokiniams. Он их учит. Jis juos moko. Он их учит, он им показывает приоритеты. Jis juos moko, что на rodo. Первом месте, что главное, rodo и что второстепенное. Kas pirmoje vietoje, kas yra svarbiausia ir kas ne taip svarbu. Ну, не слишком талантливые ученики были. Ну, нелабай ну, талантingi mokiniai buvo. Ką daryti? Ką darysi? Он это видел. Jis tai matė. Мы часто тоже видим. Mes dažnai taip pat matom. Что ученики наши не столь талантливые. Kad mūsų mokiniai ne tokie talentingi. Но он их любил. Bet jis juos mylėjo. И многое им разрешал. Ir daug ką jiems leisdavo. Но когда они остались одни. Bet kai liko vieni. Они вспомнили все. Я присоединяю виска. Те, кто любит Иисуса. Те, кто смели Иезу. Есть тут такие? И раньше такие. Есть тут такие? И раньше такие. Уже боятся поднимать. Я убьет. Кельт ранкас. Сначала больше было рук. Праджи было другое ранку. Готовы ли вы сегодня принести ради любви к Иисусу такую жертву? Ar jūs pasiruošę šiandien atnešti Jėzui iš tokios meilės didžiulę auką? Думаю, что нет. Manau, kad dar ne. Ученики Иисуса тоже не поняли эту женщину. Mokiniai, Jėzus mokiniai taip pat nesuprato tos moters. Вы ничем не лучше их, они ничем не лучше вас. Jie negeresni už jūs, jūs negeresni už juos. Они сказали, зачем такая трата? Jie pasakė, kam toks eikvojimas? Не лучше ли нам продать это миро и раздать нищим? Ar ne geriau parduoti tai vargšam нуждающимся? Išdalinti tiems, kam reikia, тем мы очень часто точно так же мыслим. Mes labai dažnai būtent taip ir mąstom. Ну что там скрывать, так же мыслим. Kom slėpti, taip ir mąstom. Мы с вами не воспитаны в том, mes su jumis neišauklėti tame, чтобы нам, во-первых, исполнять первую заповедь. Kad mes iš pat pradžių pildytumėm tą pirmąjį įsakymą. Потому что мы воспитаны в духе гуманизма. Nes mes auklėti humanizmo. А не веры. Dvasioje, o ne tikėjimo dvasioje. Это разные вещи. Tai yra skirtingi dalykai. Друзья мои, это разные вещи. Mano draugai, tai yra skirtingi dalykai. Humanizmas. И вера – это разные вещи. Ir никогда не ставьте их в один ряд. Skirtingi dalykai, nestatykite juos į vieną vietą. Eilė. Люди привыкли занимать место Бога. Žmonės priprato užimti Dievo vietą. Привыкли говорить: я сам себе Бог. Priprato sakyti: да? Aš pats sau Dievas. Так есть. Taip yra. Как хочу, так и поступаю. Kaip noriu, taip ir elgiuosi. И если Иисус не заботится о нищих, ir jeigu Jėzus apie vargšus nesirūpina, то я о них позабочусь. Tai aš jais pasirūpinsiu. Люди даже верующие говорят. Žmonės netgi tikintys taip sako. А зачем Иисусу мои деньги? O kam Jėzui mano pinigai? Я лучше благословлю брата. Aš geriau palaiminsiu brolį ar sesę Kristuje. Звонит мне один брат. Kartais skambina man vienas brolis. И говорит мне. Ir sako man. Светлана. Светлана. Ну, как вот с десятиной я все, говорит, никак не разберусь. Aš kažkaip su ta dešimtine niekaip neišsiaiškinu. Люди не хотят в церковь ходить, потому что там говорят о деньгах. Žmonės nenori eiti į bažnyčią, nes ten apie pinigus kalba. Я говорю, а люди на работу хотят ходить? O aš sakau, ar žmonės į darbą nori eiti? Ну, так там же платят зарплату. Nu, gi ten atlyginimą moka. Но там же налоги берут, bet я говорю ему. Aš sakau, mokesčius ima. Причем они не по собственному желанию отдают налоги. Bet to jie ne savo noru, tos mokesčius moka. Государство, прежде чем ты получишь свои кровные денежки, prieš tai, kaip tu gausi вычислит savo от тебя свои 35%. Крувину пракет уждирбтус пинигус ишскайчуас ишна вот ликинима 35%. О, тебя спрашивают, гауси. Хочешь ты налоги платить или нет? Тавес клауси, ар ту мокищус нори мокет? Десятина это налог в Царство Божие. Дешимтине это ира мокис. Если ты там обитаешь, дангаус карелистес мокис. Плати свой налог. Если ты там рандиеси, гивени, мокек саво мокищус. Он говорит, но мы же во Христе Иисусе. Иезуе Кристуе. Я говорю, да. Aš sakau taip. Мы во Христе Иисусе. Mes Jėzuje Kristuje.
Но мы же не под законом. Bet mes gi ne po įstatymu. Я говорю, мы не под законом. Aš sakau, ne, mes ne po įstatymu. Но если мы во Христе Иисусе, bet jeigu mes Jėzuje Kristuje, мой брат во Христе Иисусе, моя сестра mano sesuo, во Христе Иисусе, brolis Jėzuje Kristuje, так я их благословлю своей десятиной. Tai aš juos ir palaiminsiu savo dešimtinę. Ага. Aš, Ольге, aš борода отвисла. Ольгой ты нет. Жандикулис отвипа. А я говорю, а Бога Можешь, ты чем благословишь? О, Дева, ко ты палайминси? А Бога ты чем благословишь? Ко ты палайминси, Ты же говоришь, что ты его любишь. Ты говоришь, как и мили. Короче, он меня достал. Ты говоришь, его манис, ну, сиболотас, бролис. И Бог дал мне вот эту проповедь. Так ir, она родилась. И ты гиме ман тес помокслас по то покальба. Надо было объяснить людям. Рекия ж манем паишкинте. О приоритетах. Апе приоритетус. О том, что любовь. Апе тей, кад мейле. Любая любовь. Бет кокя мейле. Земная, бет кури, неземная. Жемешка, не жемешка. К мужу, к жене, Вирус, к детям, к Богу. Любая любовь. Девы, бет кокя мейле. Она должна быть прежде всего доказуема. Инай вису перма тури будь и родома. Доказуема. Пришел муж с работы. Атея вирас из дарба. Жена, ты меня любишь? Жмона, ты меня мили? Конечно, люблю. Что мы милю? Ну, тогда дай мне есть. Ну, тогда дох повальгит ма. Ну, вот еще что придумал. Ну, кача даже с головой. Я же тебя люблю. Аж говорит, тебе милю. И на первое, и на второе, и на третье. Ir pirmas patiekalas, ir antras atrašys. Почему ты недоволен? Kodėl tu nepatenkintas? Почему ты недоволен? Kodėl tu nepatenkintas? Я же тебя люблю. Аж говорит, тебе милю. Муж, ты меня любишь? Виря, ты меня мили? Люблю. Милю. Как ты меня любишь? Кейп, ты меня мили. А еще как ты меня любишь? О, кейп, дар меня мили. О, как я тебя люблю. Ой, кейп, аж тебя милю. Ну, если ты меня любишь. Но если ты меня мили. Купи мне шубу. Ну, пирк ман кайлинюс. Нет, дорогая, ты не знаешь. Не брендёй, ты жены. Мы сейчас не можем. Мяс дабар не галим. Вот у нас другие расходы, вот Мес у нас другие дела. Мяс тремишлы, киты дрикалы. Подожди. Палауку. Вот будет у нас возможность. А цераз галимида. Ну, тогда мы подумаем. Тогда мяс поголвасим. Иисус сказал. Язу спасаке. Хватит роптать. Уштенка мурмети. Он назвал своих учеников ропотниками. Jis savo mokinius pavadino murmėtojais. Это очень серьезное обвинение. Tai labai rimtas kaltinimas. За их неправильное отношение к жертве. Už dėl jų neteisingo santykio į auką. И поставил их на место. Ir pastatė juos į vietą. Если после того, как ты отдал лучшее Господу. Jei po to, kai tu visą ką geriausia atidavei viešpačiui. И у тебя еще осталось. Ir tau dar liko. Делай с ними, что хочешь. Daryk su tais pinigais, ką nori. Это твое. Tai tavo. Ты властен. Tu хочешь нищему дать? Turi laisvą valią. Дай. Нори хочешь десятину еще дать? Дай. Duok dar dešimtinę nori dar aukoti. Dar ну, только не забудь первую заповедь. Bet tik pirmo įsakymo neužmiršk. Иисус, проявляя свою любовь, Jėzus, įrodydamas savo meilę, priekštamas savo meilę, pasakė apie tą Istina, moterį. Вам, где не будет проповедано Евангелие сей в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала для меня. Iš tiesų, sakau jums, kur tik po visą pasaulį bus kelbiama ši Evangelija, jos atminimui bus kalbama ir apie tai, ką ji padarė. То, что ты делаешь для Иисуса, проявляя свою любовь к Нему, Tai, kad darai dėl Jėzaus, rodydama savo meilę jam, atsiminkite tai. Это тебе зачтется на небесах. Tai tau bus įskaityta ir danguje. Скажи своему ближнему. Пасakyk savo artimui. Это тебе зачтется на Tai tau bus įskaityta ir danguje. Užskaityta, įskaityta. А то, что ты сделал для братьев меньших сих, О, ты, как ты подарил тем кто помнит 25 главу Евангелия от Матфея? Кас, мату 25, отсименат, ка Иезус саке, апе мажосюс бролюс. Тебя поставит Тогда, то, что ты сделал для братьев ты, меньших сих. Ты, как ты подарил мажем с Иезус бролюс, тебя поставит в правую сторону, и дашня деву в стадо овец, и овю пусе. Ура! Валё! Хотя бы не козлов.
Аллилуйя! Не приожу. Ты выполнил вторую заповедь. Ты исполнил вторую заповедь. Хорошо? Gerai? Хорошо? Gerai. Но память о тебе на небесах, что? Bet atmintis apie tave. Лучше. Danguje. Кто хочет о себе geriau. Память на небесах? Kas norit, kad apie jūs parašytų danguje? Atminimui. Если. Jeigu. Ты. Tu. Сделаешь для Иисуса лучше. Подарись для Иисуса. И память будет на небесах. И будет отминтис то. То по-любому тебя поставят в стадо овец. Тебе только отвию тебе и овью пусть поставят. А вот если ты. Bet jeigu tu. Сделаешь для братьев меньших. Подарись бролям с мажем. То кроме. Кашка ты. Как в стадо овец. Ты. Ты больше никуда не попадешь. Daugiau niekur nepapulsi, tik tai твое имя не будет написано там. Ir tavo vardas, kaip atminties knyga, nebus parašytas. Knygį žizni zapisam būdžiš. Taip, gyvenimo knyga bus įrašytas. Nu, namnogai pretendavati nesmožiš. Bet į daugą daugiau negalėsi pretenduoti. Ja slyšala takųjų teorijų, Christian. Aš girdėjau tokią krikščionių teoriją. Krikščionišką Paidėjom teoriją. Paidėjom nebisa, visi būdėm ramnami. Nueisim į dangų, visi būsim lygus. I nerašytivaiti. Ir net negalvokite apie tai. И не рассчитывайте, коммунизма на небесах никогда не было, нет и не будет. Коммунизма дангуя никогда не было, и не будет. Не будет. Не будет. Каждый будет получать по своим плодам. Кеквенас гал уж саво бейсус, уж саво дарбус. Если свое имя зафиксировано, жертв за то, что ты первую заповедь исполнял на небесах, то лучшее место тебе там обеспечено. Kad tu pirmą vykdėjai, pirmą įsakymą, tai geriausia vieta tau bus ten jau garantuota. Ne domik v raju. Ne namukas rojuje. Tokui malinkį tyrimėnį. Mažas, mažas medinis namukas. Na krainį rają. Kažkur pakrašti rojus. Na adnu personu. Vienam asmeniui. Tu hočiš takom domikį žiūrėti namukas? Kas norit su tokiam namukė gyventi? Ja nehočiu. Aš nenoriu. Я хочу Аж в хрустальном море. Доме жить. Крикштолинина и ходить по золотым румаса, дорогам Божьим. Аллилуйя! Крикштолинюся румаса норю гивент. Поэтому, если ты любишь Иисуса, то, дорогу, ты мили Езу, то покажи это на деле. Ты породик саво дарбейс. Я еще хочу христианам рождар норю крикщоним спасакит. Расставить некоторые приоритеты. Суделет, подеть суделет там текрус приоритетус. Я за свои годы пребывания в Боге. Аж пер саво висата лика, кай я су девуя. Столкнулась с одним очень неправильным правилом расставления приоритетов. Сусидурю су токю нетейсингу приоритету ждестиму жмуню гивенеме. Когда даже священники неправильно расставляют авторитеты. Тарнаунтис швентиклое, я нетейсингой судесто. Запомните, мои дорогие. Приоритетус, отсеминкит брангей. Что первая заповедь. Кад пирмас исакимас. Это первая. Ты пирмас. А вторая, это вторая. Антрас, ты антрас. Никогда не меняйте их. Никогда не кейските ветомес. Итак, первая заповедь говорит о том. Пирмас исакимас калба апе тай. Что kad, отношения с Богом, kad santykis į Dievą, церковь, bažnyčia, служение, tarnavimas, то есть все, что в твоей жизни касается Бога, tai yra visa жертва, tai, служение, kas церковь, дом Божий, отношения с Богом, visa tai, kas tavo это gyvenime. Все первая заповедь. Amen. Это все, что на первом месте. Visa tai, kas tavo gyvenime liečia Dievą, tavo tarnavimas, bažnyčia. Visa tai pirmoji vietoje. Все, что относится к Богу, да. Visa tai, kas liečia Dievą. На втором месте. Antroje vietoje. Вторая заповедь. Antras įsakymas. Твоя семья. Tavo šeima. Твои ближние. Tavo artimieji, namiškiai. Твои отношения в семье, Того с детьми, шимуя, с мужем, с виру, женой. Вайку, вайкис, и на третьем шумана. Месте. Ир тречое ветое. Твоя работа. Того дарбас. Твоя работа. Того дарбас. Давайте запомним. Отсеминким. На первом месте. Пермое ветое. Среди приоритетов церкви. Значит, все, что касается Бога и церкви. Виса ты кас лечит Дева и Божнича. На втором месте, вторая Антрое заповедь, вето. Это Антрас. Наша семья. Антрас исакимас, наши мусу ближние. Мусу артемии. Наши концерты, наши мусу. Встречи, наши дни рождения, все, что хотите. Наш, все сферы нашего общения. Виси мусу и на третьем месте. Ир тречое ветое. Это работа. Ты дарбас.
Если работа мешает тебе посещать церковь, то проси Бога, чтобы Он или поменял тебе работу, или поменял время работы. Потому что не Бог дал тебе это. Дьявол тебя удерживает, чтобы ты в церковь не ходил. Амин. Во все времена Visais laikais. Служение Богу, день покоя, седьмой день был обозначен Богом. Tarnavimas Dievui ir poilsio diena septintoji. Имеет очень большие обетования. Buvo Dievo paskirta ir turi labai didelius pažadus. Очень много об этом написано и в законе. Labai daug ir įstatyme apie tai sakoma. Много об этом написано в 58 главе книги пророка Исаии, там, где говорится о посте. И в самом конце говорится о дне субботнем. Кто помнит, да? Там, kas atsimenat apie sekmadienį, septintą dieną, poilsio dieną. Итак, нам надо научиться у Иисуса. Ir taip mums reikia išmokti iš Jėzaus. Правильно расставлять приоритеты в своей жизни. Teisingai sudėlioti prioritetus savo gyvenime. Так, как это делал Иисус. Taip, kaip tai darė Jėzus. Тогда дом Божий. Тогда Dievo namai. Порядок. Tvarka juose. И Божье благословение. Ir Dievo palaiminimai. Придут в нашу жизнь. Ateis į mūsų gyvenimą. И мы избавимся от многих ненужных проблем. Ir mes būsime išvaduoti iš daug которые мы никак не можем почему-то преодолеть. Išlaisvinti iš daugelio nereikalingų problemų. И топчемся, и топчемся на каком-то месте, на одном застряли, никак не можем прорваться. Kurių mes savo jėgom niekaip negalime įveikti. Потому что мы забыли первый заповедь. Nes mes užmiršom pirmąjį įsakymą. Если вы начнете читать Евангелие от Матфея, jeigu pradėsite Mato Evangeliją skaityti, то уже в самом начале, в шестой главе, tai šeštam skyriuje, мы что встречаем? Ищите прежде Царство Божьего, и все остальное приложится вам. А все это будет придето. Я знаю. А жену? Я как-то в самом начале это откровение получила. Прежде говорю та прежкима. И для меня никогда не стоял вопрос. Ir man никогда не kilo klausimas. Что важнее? Kas svarbiau? Бог, церковь? Dievas, bažnyčia? Или дом, или семья, или работа? Ar namai, šeima, darbas? Никогда не стоял. Никогда уж не мне кило то. Я вам скажу, чего я попрошу у Бога? Кого попрошу? Поздева Таргауну. Чего я попрошу? Кого попрошу? Таргауну. Написано, и чего не попросите вы? Попроси такое, так бы попроси то мет мано. Я то сделаю. Ты ж подарил. Сделает. Точно вам говорю, сделает. Ты крей подарил. Если вы выполняете первую заповедь. Эго юс пилдоте первый сакима. Не будет проблем на ваши молитвы. Не будет проблем у юс молдомс. Не надо будет по 100. Не рекес, пошим так карту. Барабанить в небеса. Бугните там. Бог, ты что не слышишь? Ты что уснул? Тука ужмегай, не гирди. Он вообще никогда не спит. Из никогда не мега. Ты меня с мегом. Все будет восполнено. Viskas bus išpildyta, atsakyta. Просто как христиане, как tiesiog, верующие kaip люди. Tikinti Если žmonės. Вы сегодня что-то недопоняли в этом, jeigu jūs kažko tai dar nesupratote, просите Духа Святого, prašykite Šventosios Dvasios, вас, kad jį išmokytų понимать jūs suprasti и выполнять первый закон. Ir įvykdyti, išpildyti pirmąjį įsakymą. Давайте все встанем и помолимся. Atsikelkim ir pasimelskim. Очень короткая молитва. Labai trumpa malda. Отец, мы приходим к Тебе во имя Иисуса Христа. Tėve, mes ateinam pas Tave, Jėzus Kristus vardu. Вот такие, какие мы есть. Štai tokie, kokie mes esam. Не все понимающие. Не viską suprantantys. Не все осознающие. Не viską suvokiantys. Но сегодня я прошу Тебя, Дух Святой. Bet šiandien prašau Tave, Šventoji Dvasia. Прикоснись к каждому стоящему на этом месте. Prisiliesk prie kiekvieno, kuris stovi šitoje vietoje. Говори к их сердцу. Kalbėk jų širdims. Говори к их духу. Kalbėk jų dvasioms. Открывай их сердца для разумения. Отверки у сердец, когда я супрасту. Дай откровение тем, кто его не имеет. Дока прищима, куре тем, куре дар не тури ее сенден. Что первая заповедь это первая. Кад пирмас исакимас ирай пирмас исакимас. И что вторая заповедь? Ир кад антрас исакимас. Это вторая. Ты антрас. Чтобы мы об этом помнили и никогда не забывали. Кад мяс опять и присемитуем никогда не ушли. Чтобы народ Божий вышел из этого проклятия. Кад дева то-то ищет, и что проклятие. Потому что когда мы неправильно расставляем приоритеты в нашу жизнь, приходит проклятие. Несколько мяс не тисингой суделяем приоритету с ответом. Мы сегодня раскаиваемся перед Тобою, Господь. Мы отгилаем пред Тобе Вешпатя. В том, что мы не выполняем первую заповедь. Тогда как мяс не вигдом первой сакима.
том, что мы поменяли их местами. Tame, kad mes pakeitėm juos, sukeitėm vietomis. Мы часто говорим о любви к ближнему. Mes dažnai kalbam apie meilę artimui. Но мы так редко говорим о любви к Богу. Bet mes taip retai kalbam apie meilę Dievui. И пусть весь христианский мир. Ir tegul visas krikščioniškas pasaulis. Пусть каждый человек в этом зале. Tai kiekvienas žmogus šitoj salėje. Научится тому. Išmoksta to. Что любовь. Kad meilė, надо подтверждать делами. Meilė reikia patvirtinti darbais. Чтобы в нашей жизни были правильно расставлены приоритеты. Kad mūsų gyvenime būtų teisingai sudėlioti prioritetai. Мы благодарим тебя за это слово. Mes dėkojam tau už Мы благодарим тебя за помазание, которое здесь сейчас. Mes dėkojam už patepimą, kuris dabar yra čia. О, ситея растита, я рада, я расси. У рада, я растите, я расси. О, раститея растита, я рада, я радоси. Урада ярата яраситея радостей. О, рада да 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 яра раси. Дух Святой, Дух Святой, действуй сейчас на этом месте. О, сира ра 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 яраси. Говори к сердцам народа твоего. Открой это разумение, открой их понимание. О, раситея да яраси. Открой их сердца. Говори к сердцу каждого верующего. О, си да 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 яраси. Еси, да-да-да-да, я расти. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, да-да-да, я радости, я радости. Благослови каждого человека на этом месте, благослови их семьи. Благослови каждого, кто исполняет первую заповедь. Пусть в их жизнь придут все те обетования, которые ты обещал, Господь. Потому что ты сказал, что если будете поклоняться своим идолам, то проклятие придет в вашу жизнь. Избавь нас от этих проклятий. Научи нас ходить. Išmokyk mus Слове Твоем, в истине Твоей, Tavo tiesoj, чтобы жизнь с избытком пришла в нашу жизнь, и mūsų gyvenimus, чтобы мы были благословенным народом Божьим во имя Иисуса Христа. Jėzus Kristus vardu. И все сказали Аминь. И сейчас давайте подтвердим свою любовь к Богу. Подтвердим свою любовь к Богу. Пустите, пожалуйста, жертвенники. И мы помолимся. Ir mes pasimelsim už pinigus. Давайте прострем свои руки. Ištieskime rankas. Аллилуйя. Аллилуйя. Отец, мы приходим к Тебе, выражая свою любовь перед Тобой. Мы знаем, что Ты сейчас находишься здесь. Мы знаем, что Ты здесь. У этих жертвенников. И наблюдаешь за тем, как жертвует народ Твой. И как Твой народ толкует. Благослови каждый цент, благослови каждый лит. Kiekvieną centą ir litą. Во имя Иисуса Христа. Jėzus Kristus vardu. Прими эту жертву. Приimk šitą auką. И пусть она будет благоуханием приятным для тебя. Ir tegul ji tampa. Во имя Иисуса. Jėzus. Пусть наши дома будут защищены. Te mūsų namai bus apsaugoti. Пусть наши кошельки не будут худыми. Te mūsų piniginės nebus plonos. Пусть наши семьи будут благословенными. Te mūsų šeimos bus palaimintos. Пусть дом Божий. Te Dievo namai. Находится в процветании. Klesti. Аллилуйя. Аллилуйя. Воздайте Богу всю славу. Богу Тебе шлове.
Išlaisvinimo dovaną, jis yra kaip egzorcistė. Ir jeigu kažkam iš jūsų reikia išlaisvinimo, jūs galite po susirinkimo ateiti, prašyti ir jinai gali už jūs melstis. Dabar noriu dar tokį dalyką. Iš tikrųjų gavau tokį kaip apreiškimą dabar, kad kada paskutiniu metu krikščionybė yra toks vat, mokymas. Я по-русски скажу. Вы согласны, что в последнее время есть в христианстве такое учение, что Бог... Семья, работа, а потом церковь. Вот. Крещение токс мокимас, как девас, шима, дарбас. Во-первых, Бог — это общение личное с Богом. Девас, я так понимаю, а что... Все то, что касается Бога. Виса ты, кас лечи Дева, да. Сако, Светлана. И божничат, и ты как пат. Бы общение с Богом... Да, общение с Богом — это ты. Самое главное. Это... А церковь уже второе, как бы. Да. Аж не отделено, ты две дали, сако. Вот я хочу уточнить. Божничая и Дева. Я так понимаю, что самое главное общение с Богом, а потом уже служение в церкви. Паскуй тернавима с Божничей, паскуй шима, а потом работа. Паскуй дарбас. Если вы не имеете общения, личного общения с Богом, вы уже не сможете служить в церкви. Амин. Поэтому можно это объединить в одно. Все, что касается Бога, да. Все, что касается церкви. Да. Это вот, бутент, вот, вот именно эта вещь, что мы берем как Бога, как общение с Богом самое главное, а церковь, вот как один, например, брат подошел ко мне и говорит, он вообще в церковь не ходит. Он говорит, что мне самое главное общение с Богом, потом семья, потом работа, а потом церковь. Ну а в церковь вообще не ходит. И я думаю, что ну, не может быть такого, если мне Бог самый главный, если я больше всего люблю Бога, значит, это и есть, что я люблю Дом Божий. Вот. Иисус? Вы там нажали внизу. Иисус? Она села. Иисус кто является? Касера Иисус. Первосвященник церкви. Кунигас, глава. И если мы уверовали в Иисуса,
то мы его обязаны принять как первосвященника церкви. Если он первосвященник церкви, если он нас руководит, мы обязаны быть в церкви. Тут просто невозможно разделять эти вещи. Тесок неймано поделить что далеко. И сегодня в христианстве есть большая проблема. Многие люди, допустим, они не ходят в церковь. Они вот так приоритеты вот эти услышали. И вот такое вот обман дьявола. Поэтому мы сегодня пришел свет Божий. Пускай Господь нас благословит, чтобы мы правильно шли за Иисусом. Чтобы то, что дорого для Иисуса, было дорого для нас. Что для Него на первом месте было для нас. Потому что это церковь Иисуса Христа. Он есть глава, а мы тело. Амин. И если мы любим голову, мы не можем тело не любить. Как-то не бывает так. Амин, амин. Но мы так можем придумывать иногда. Так вот расставить, как мы хотим. Я в этом случае говорю так, что из-под печки никого забирать не будут на небеса. Церковь будет восхищена на небеса. Амин. Церковь. Бог не будет выгребать там, кто там... Под печкой, кто под шкафом стоит, то еще где-то. Я хотела еще, пастор, спросить у вас. Вот вы имеете семью, у вас дети. И как вы совмещали пасторскую работу, церковь и детей? Ваши дети не перестали так Бога верить, что вы так много Богу служили? Нет, наоборот, мои дети уверовали. Сако, отверкшей мановой каитикею. У меня сыну было 13 лет. Сыну было 3 лика мяту. Подростковый возраст. Если было поуглись. Когда я начала служить. Кэш проделал торнауты. И мне сразу пришло такое понимание, что если я служу Богу, Бог позаботится о моей семье. Ирман, а ты ее только супротивность, если я потернал всю деву, и ты дева срубенцы с ману шейма. И я вам скажу, Бог действительно служил моей семье. И рештесу дева с... Чем больше я служу Богу, тем больше Бог служит моей семье. Ко даугел аж тернаую деву, то даугел дева стернауя ману шеймай. Я знаю, что многие верующие молятся за своих детей, ну, я не знаю, по 20 лет. А жена, у кадоуги листы кинчую, мельчится у самого вайкус, кашкур, опять видящий мяту. И ничего не происходит. Ир некас не викста. Служите Господу. Тарнауки и перестаньте молиться за своих детей. Ир нет, ну стокит мельчится у самого вайкус. Они пройдут то, что им положено пройти. Я происты, ка я тури пройти. Бог их поведет своими путями, не вашими Дева путями. Дева связ саво келейс. Отдайте их Богу. А ты доките саво вайкус девой. Я уезжала в Иерусалим. Аж был келёня Иерусалим. На 2 года. 2 мятам. Сын был, парень, подросток где-то 15-16 лет. Сынус было по угли с пенкёлько-щёлько с мяту. И было так, я сначала обрадовалась очень. Аж праджуэла бы псиджугел. Я знала, что это Божий призыв. Аж наука ты дева пошуки, мы сошвежу от мам. И в первой такой эйфории, первой такой эйфории, я как-то не подумала даже о нём. Аж мне по голове унята песуну. Я однажды еду из церкви домой. Ir vieną kartą važiuoju iš bažnyčios namo. В трамвае, и Бог мне говорит. Ir Dievas man sako. Отдай это мне. Отдай это мне. Я думаю, ну, наверное, Бог говорит отдать ему долги мои за квартиру. Ну, турбут Dievas sako, отдай ты скола сужбута. Я говорю, забирай. Аж саку... Он говорит, нет. Исаку, я тебе говорю не об этом. А что у колбу не опятей? Я говорю, о чем ты мне говоришь? Ож сакова пекату ман кольби. Он говорит, отдай мне сына твоего. Сако ты док ман саво суну. Ой, говорю, как же это я не подумала. Кип ты ешь не по головой. Забирай. Поим квеш пете. А я искала. Ож ешкоил. Кто во время моего отсутствия Кас мано ишвожавому мету. Присмотрит за ним духовно. Прижурез двасишки мано суну. Я подошла к одному пастору. Аж приел. Подошла к другому пастору. Приел прикито пастореус. Говорю, вы тут присмотрите за моим парнем. Плюс прижурекит мано выкина суну. Я вам честно скажу. А чем тебе сапосакису? Они за ним не смотрели. Я не жюрею ее. Но Бог за ним смотрел. Бедевас прижурею мано. И бывало так, что звонит сестра. Ir būna taip, kad sėsų būdavo, говорит, kad... Ir gavai, ты знаешь, мне кажется, вот такие-такие-такие у него там проблемы. Ir ты помолись. Sako, tu žinai, man atrodo, tokios pasi проблемы. Ты поговори с Богом. Tu pakalbėk su Dievu. Я молюсь, поговорю с Богом, говорю, Бог, там вот жалобы такие поступили. На сына твоего.
Ir aš tiesiog meldžiuosi Dievui ir sakau, Viešpatie, skundą tokią išgirdau tą ant tavo sūnaus. Ne maivo, tvaivo. Ne mano, bet tavo. Он же сказал, отдай мне. Tugi man sakė atiduoti. Ты, говорю, там разберись, пожалуйста. Tu ten įsiaiškink. Звонит она через пару дней, говорит, все в порядке. Скамбина jinai už poros dienų. Sako, nieko, viskas tvarkoj. Все, и вырос. Ir jisai хороший жалко. Парень, верующий. Geras vaikinas, tikintis. И работу хорошую имеет, и жертвует хорошо. И маме помогает. И мамой дар падеда. Все в порядке. Бог позаботится о детях. Девас, будете заботиться о Божьем, Бог будет заботиться о вашем. Если вы рубинситесь, Дева далекость, Дева рубинсись юмис. Никогда не жалейте время, потраченного на церковь, на Бога. Niekada negailėkit to laiko, kur jūs paukojat Dievui ir bažnyčiai. Бог все восполнит. Dievas viską atlygins. Su zbytkam. Su perteklium. Да, пожалуйста. Да отдайте их Богу. Хватит их забирать у Него. Отдаю. А завтра забираю. Ну вот еще на одно откровение. Детей, которых ты мне дал. Детей, которых ты мне... Ну опять они мои получают. Они-то, оказывается, не мои. Вот вы сами сказали, это твой. Пожалуйста. Пока ребенка не отдадите. Знаете, как узнать вы? Кол не отдуасите. Знаете, как узнать? Знаете, как сужиноти? Отдали вы или не отдали? Отдавите вы свои корня. Если вы помолились. Если вы посимельдете. И отдали. И отдавят. Вы больше об этом не вспомните. Вы больше об этом не вспомните. Все. Viskas. Вы больше об этом не будете думать и вспоминать. Jūs daugiau apie tai nemąstysite ir nebeprisiminsite. Научитесь отдавать. Išmokite atiduoti. Давайте все помолимся за нее. Pasimelskime visi už ją. И у кого такие же проблемы есть, присоединяйтесь все вместе. Jeigu dar turit problemų, Отец во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. О, Viešpatie Jėzaus vardu. Я молюсь сейчас о том. Aš meldžiu. Я соединяюсь с ней в вере. Aš susijungiu su ja tikėjimu. Иисус, присоединяйся к нам тоже. Jėzau, prisijung prie mūsų irgi. Потому что Слово Твое говорит, не заботьтесь. Nes tavo žodis sako, nesirūpinti. Но все заботы возложите bet visus на Него. Rūpėšius, мы заботу о Ее Сыне возлагаем mes сейчас на Тебя. Dėl sūnaus, dabar скажите, ant я отдаю Своего Сына Тебе. Pasakyk, я отдаю Своего Сына. Tau. Я отдаю дочь, отдаю Тебе. Аллилуйя. Это Твои, Господь, отдаю. Прости меня, прости. Меня, Бог. Отляск, веш, я их больше не буду забирать. Я их больше а не буду забирать. Не Господи, у тебя. Аллилуйя, веди их своими путями, Господь. Веш, освободи ее разум от этого. Я разрушаю этот контроль матери. Во имя Иисуса Христа я разрушаю контроль над детьми. Во имя Иисуса я разрушаю контроль над детьми. Я разрушаю этот контроль над детьми. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя. Я вам скажу сейчас еще одну вещь. Женщина, садитесь. Сескитес, прошу. Женщины, особенно женщины. Моторис, дух Езавели. Йос тури Изабелес дваса. Запомните одну вещь. Отсиминките вена далика. Если вы контролируете своих мужей и детей. Ейгу юс контролюете саво вирус ир вайкос. Имейте над ними власть. Турите виршью вальджа. Я сказала. Аш пасакел. Кто здесь главный? Кто сейчас ворбялся? Запомните. Что бы вы с ними не делали, как бы вы их не подталкивали, kaip jūs jų bestumdytumėt, заставляли учиться, tiesiog versdavot mokytis, идти искать работу, eiti ieškoti darbą, стыдили своего мужа, tiesiog, taip, gėdydavot vyrą, что он лентяй,
что он не может найти нормальную работу. Посмотри на своего соседа. Каймина. А ты копейки домой приносишь. Оту копейка с нам отнеши. Это контроль. Чере контроля. Перестаньте контролировать своих детей. Ну стокит контролёт своего вайкус. Не ваши мужья. Не юсу вирой. Не ваши дети. Не юсу вайкей. Особенно сыновья. И патингай сунус. Никогда не поднимутся. Никогда не покилс. И не станут нормальными, полноценными людьми. Нормалус пилноверчий жмонес. Они будут всегда растеряны. Я всегда буду такие посимятя. Их всегда будут увольнять. Jos visada tiesiog atleisiš darbo. Они никогда не будут хорошо зарабатывать. Jie niekomet negalės gerai užsidirbti pinigų. Более скажу. Dar pasakysiu. Они не смогут иногда даже жениться. Net tokie berniukai, jie net negalės apsiženyti. Женщины, у кого сыновья живут, взрослые сыновья живут с вами? Поднимите руки. Pasakai, iš jūsų suaugę vyrai gyvena su jūsų. Есть здесь такие? Нет, взрослые сыновья. Нету. Нет таких, слава Богу. Но вообще есть. Выгоняйте их из дома. Выгоняйте их из дома. Они должны идти отдельно жить, снимать свою квартиру, создавать свою жизнь. Но моти саво бута и сукурт саво гивенима. Иначе вы их законтролируете. Нес юс юс уж контролёсите. Они сопьются. Jie prasigers, snarkotėtse ir pradės vartoti narkotikus. И не смогут никогда жениться. Ir niekomet negalės ženytis, apsiženyti. И очень плохо закончат свою жизнь. Ir blogai pabaigs savo gyvenimą. Если вы любите своих детей, jeigu jūs mylite savo vaikus, tiesiog varykite juos. Когда моему сыну было 27 лет, kai mano sūnų buvo 27 metai, я очень серьезно с ним ссорилась. Aš labai rimtai su juo pykausi. Я говорил, в конце концов, aš sakiau, galų gale, ищи себе жену. Ieškok savo žmoną. Ищи жену и женись. Ешкок, хватит тут сидеть. Уж тянка, чем он сидит. Несмотря на то, что он работал, зарабатывал. Я жюрин таки, как ты сей уж дербал. Ты должен жениться, ты должен иметь свою семью. Ты тури женитесь, тури трет своего шейма. Ты уже старый. Ты усянас. Немедленно женись. Женики с гречев. Смотрите, американцы какие мудрые. Пожекит, какие прутинги американцы. 18 лет ребенку? 18 metų vaikui из дома. Iš namų. Поэтому они предприниматели. Yra, они умеют выжить в любой ситуации. Jie moka išgyventi bet kurioje situacijoje. У них развитое мышление. Jie turi išlavintą mąstymą. У них есть ответственность. Jie turi atsakomybę. У них есть достоинство. Orumą. И они умеют вести свою жизнь. Ir moka tiesiog savo gyvenime tvarkytis. Есть чему научиться. А наши мамы держат своих сыновей. Мамос лайко саво сыняли. Сыночек. Сыняли. У меня пенсия, нам хватит на двоих. А что ли пенсия, мужу? Уж так сам двею. Сыночек приходит, говорит, мам. Сыняли сати на сакурама. Лад 20 на самогонку дашь? Догман лада 20 самогону. А на сигареты дашь? А сигаретам досы? А не дашь, пойду напьюсь. О, если не дашь, я сейчас присягаюсь, подарю скандала на мосе. И у меня есть примеры. Дурные примеры. Павежу, лабы. Несколько матерей на моих глазах. Курю, потеряли 50-летних сыновей. Келес мотерис, мано кисе, ты все прорадо 50 метов вирус. Только потому? Тик дел то. Что они их опекали? До 50. Todėl, kad juos prižiūrėdavo, tiesiog kontroliuodavo iki 50 metų. Это не на пользу. Tai yra nenaudai. Вы делаете очень большой вред своим детям. Jūs darot labai didelę žalą savo vaikams. Amen. И дочерей тоже. Немножко в меньшей степени, но тоже. Bet ir dukrų lygiai taip pat. Что говорит Слово Божье? Ką sako Dievo žodis? Отпусти. Поляйск. Роль родителей. Отпустить детей. Теву парега поляйсти вайкус. А роль детей прилепиться к своему мужу или к жене. О вайкай тури прилипти при жмонос арба при виро. И создать. Ир сукурти. Новую семью. Науя шейма. Не по тем правилам. Не по галтастой стеклес. Какие были в вашей семье. Курёс бува юсу шеймоя. Где ваша мама?
курьюсу мама. Звонит каждый день. Скамбина каквена дена. И говорит, что делать вам с его, с вашим мужем или с вашей женой. Ирсако, как дарите с усаво виру, ар с усаво жмона? Закройте ей рот. Скажите, ты меня отпустила или нет? Посеки саво швини, ту поляйдай ман, ар не? Если не отпустила, отпусти немедленно. Игу не поляйдай, поляйск, то все грейтый лобы. Здесь есть пример, здесь сидит человек, который так сделал. Вчера повезди, вчера сидишь, могу сказать, и жизнь этого человека изменилась. И еще тоже могу с гивянимас, посекейте. Это контроль. Вчера контроля. Если вы создаете новую семью, вы создаете новое государство. Игу и сукрет новую шейму, и сукрет новую со своим вестибе, флагом, со, саво со своим гербом, со, саво... со своими законами, статимой, со своим гимном. Саво гимном. Все. И не разрешайте никому там варить кашу. И некому не лезьте там варить кашу. Все, закончено. Это мужчинам понравилось. Аллилуйя. Галдар турит коки клоусиму. Я знаю, очень многие мамы хотят править в молодых семьях. Нори лабы водовауты и уносы шеймоса. И это разрушает семьи. Ир ты грявна шеймос. Дорогая моя, живите своей жизнью. Гивенките саво гивенима. Радуйтесь жизни. Джоукись гивениму. Радуйтесь жизни. Хватит опекать своих деток. Пусть Штенка они живут своей. Вайку, ваша власть над ними закончилась. Юсу вальджа йо пасибайгі вірш юсу вайку. Амен. Амен. Так що правильно розставляйте пріоритети. Тим, кад суделёките тейсінгі пріоритету саво гівеніме. Тема двух дней наших. Тема мусы две дену. Вы что-то получили сегодня? Арьюз гавате шенен кашка. Слава Богу. Аллилуйя, что вы делаете. Labai noriu pasakyti apie tą prioritetus. Iš tikrųjų, aš jau 11 metų Kristuje ir aš gyvenau taip. Dievas, šeima, darbas ir tarnavimai. Ir nu, aš supratau, kad Dievas bažnyčia. Viskas tvarkoj. Ir kadangi aš gyvenau Kaune, tai aš nebuvau bažnyčios toks aktyvus tarnautojas, bet aš turėjau tarnystę veiklių žmonių bendrijoje. Tai aš tai buvau palikęs va ten tam ketvirtam lygyje po šeimos ir po darbo. Ir vakar, va, kaip aš buvau bažnyčioje ir sesuo, kada kalbėjo, man iš tikrųjų buvo labai neaišku, kaip, nu, bažnyčia, Dievas, tarnavimas bažnyčioje, viskas tvarkoja. Dabar aš viską gerai čia suprantu. Bet va ta va tarnystė, kaip evangelizacinį būdą. Ir kaip aš grįžau namo, iš tikrųjų meldžiausi ir prašiau, kad Dievas nu, man paaiškintų, nes ta, ką 10 metų aš gyvenau va šituose laipteliuose ir labai sugriuvo jo. Sugriuvo. Ir labai man fainai jis sudėjo viską atiduok Dievui. Ir dar dėl dešimtinių. Aš kaip tik įtikėjau, žinot, aš kai buvau nusikaltėlis, mes irgi mokėjom dešimtinę. Nu, jo. Ir kada aš atėjau pas Dievą, tas liko. Ir aš supratau, kad Dievui visą laiką reikia mokėti dešimtinę. Ir va tavo dešimtinę aš iš pradžių dalindavau, nu va čia va kažkiek tai bažnyčiai, čia va kažkiek tai žmonėm, kurie ten stokoja, kurie neturi, kaip ir sakė sesuo, broliai ir seserys Jėzuje Kristuje. Bet vėl atėjo supratimas, kad visą dešimtinę Dievui.
O jau kas liko, ten ką turi, gerai, duok, maitink, renk. Ir iš tikrųjų, vat, šiandien čia sėdėjau ir dar didesnis atėjo pasti, nu, toks aiškumas, kad vat tai yra teisinga, viskas Dievo. Dievo. Jeigu Dievas pirmoji vietoj, reiškia viskas savo vietoj. Amen. Aleluja. Спасибо большое, пастор, вам. Спасибо, пастор Светлана. Я думаю, что мы еще, вы еще не последний раз будете у нас гостить. Все равно дружите с этими чудесными пастырями. Чудесными пастырями. И вы будете посещать их также к нам, пожалуйста, всегда. Пускай Господь благословит наше общение, дружбу. Завтра будет утренняя молитва. И kas turit klausimų, jūs galite prieiti, kas paska vidutė ant sukyla kažkoks sukilimas ar nesupratimas, jūs galite ateiti ir užduoti klausimų dabar pastoriui arba paprašyti pasimelsti. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, tėvo meilė ir šventosios dvasios bendravimas te būna su mumis visais. Amen. Būkit palaiminti, dar vienas kitą pasveikinkit. Amen.